Привет, привет, друзья! Привет всем, кому все еще интересно, как я нахожу выход из каждой новой комнаты. Я рада, что вы сегодня пришли вечером. Я, как и обещала, я говорила, что, может быть, будет стрим в воскресенье. Он действительно сегодня состоится. Простите, анонс появился за несколько часов буквально, да? Но с планами я определилась буквально в конце дня. Поэтому так вот, я все-таки постараюсь сделать анонсы пораньше. Я, кажется, уже несколько раз это обещала. Я буду стараться. Давайте мы поздороваемся и быстренько побежим дальше, потому что на прошлом стриме, если вы помните, мы остановились на таком классном моменте, там вы мне обещали, что появится какая-то новая возможность. Только не усложняй. Вот я еще даже не начала, каратель. Я даже еще не запустила свое сохранение. Ну что же ты усложняешь? Да, да. Так, давайте поздороваюсь. Так, ну, кого я увижу, кто... Чат уже успел набрать определенное количество сообщений. Я не знаю, кто был первым, простите, поэтому так здороваюсь. Как у меня отображается по порядку, ребята. Так, привет, привет, Ромка, привет, Реборнище, здравствуй. Привет, Лицеист, привет, Харатель, привет, Хололо, привет, РС, привет. Кто? А потом была я, привет, Полин, да. Алекс, привет. Ну, вообще, Алекс уже убежал, но я все равно ему скажу привет на всякий случай. Привет, Раз, привет. Здравствуй, Атас. Ой-ой-ой, меня чат опять прокручивается. Ай-яй. Все, я потеряла, где я здоровалась. О, ветерочек дует, отлично, отлично. Так хочется прохлады, ребята. Как-то жарко сейчас. Алекс Старк, здравствуй. Амилара, привет. Привет. Лицеист проверил чат на Твиче, спасибо тебе большое. Привет, Гудгейм, привет, Лорд Ком на Гудгейме, привет, Тампилер, привет, Найт Ворон, здравствуй, привет, от 3 до 10. Привет, Филинол. Дарья, здравствуй, 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 Айс Трейнер. О, так там куча народу на самом деле на Гудгейме сидит. И я опять потеряла, на чем остановилась. Привет, Вомбат. Привет, Килл Билл. Здравствуй, Солос Квин. Привет, привет. Ты последнее время прям с самого начала. Леди Слау, здравствуй. Здравствуй, Доктор Лайф. Привет, Збаук. Привет, Адреналин. Спасибо тебе. Очень, очень приятные слова. Спасибо. Спасибо, Лицеист, что подтвердил, что все хорошо со звуком. Отлично. Да, я постараюсь не усложнять. Но... Знаете, от некоторых вещей очень тяжело избавиться, поэтому обещать я вам не могу. Слушай, Макротерен, Безил Смит. Дело в том, что я последнее время играю за зергов только. Но да, терны когда-то были у меня. Привет, Бардик. Привет, Алилу. Да? Привет, Гилгилат или Джилгилат, я не знаю. Я впервые, кажется, вслух произношу этот ник, что-то мне кажется, что мы еще не встречались. Привет, Анисимов, привет, Бураст. Так, или Бураст, я с тобой уже здоровалась сегодня. От 3 до 10 точно здоровалась. И привет, он сегодня только 11-й, так куда второй делся? Можешь сама посмотреть, глаза тускло видны на вебке изредка. Знаете, почему я так плохо играю? Потому что я все время боюсь из-за того, что у меня кто-то там стоит за спиной. Привет, Мишка. Зачем мне... какая пушка? Водяная, наверное, ты имеешь в виду? Если ты имеешь в виду водяную, если ты имеешь в виду вот эту, она мне нужна для того, чтобы отгонять котов. Потому что у нас здесь прям крыша гаражей возле меня, и... Коты по ночам устраивают там свои какие-то разборки, кричат, а у меня все окна открыты. Ну, все, оба окна в комнате открыты. И получается, они как будто прямо в нашей комнате кричат, и, конечно, будет детей таким образом. И я считаю, что я поступаю с ними максимально гуманно. Я просто брызгаю водичку, и все, они разбегаются. Сегодня Ника точно не пройдет. Так, мне лучше не читать всякие там конфочки. Зачем отгонять котиков? Потому что они кричат. Если бы они тихо ходили по крышам, тогда вообще никаких проблем. С твоей волей. Снегурка, можно кота у нас кость проследить? Нет, нет, нет. Лучше бы у тебя была портальная пушка. Представляете, насколько бы наша жизнь была интереснее, если бы на самом деле была портальная пушка? Главное, чтобы она была... в тех руках, что надо.
Не котлеты у тебя под окнами ходят. Ну, не знаю. Привет, Бобрик. Здравствуй. Гилгилад. Вот. Все, я попытаюсь запомнить. Спасибо большое. Я, может, еще пару раз спрошу. Ты не обижайся, если я на следующем или каком-нибудь еще стриме буду переспрашивать. Инфер, привет. Ну все, да, мы поздоровались. Отлично. 100 человек уже. Да, я заставляю вас ждать из-за какой-то болтовней мы. Так, загрузить. Последним сохранением было вот это. Глава 6 называется «Падение». Я уже и забыла, как она называлась. Там дефенс защитит котов. Поубивались бы все с портальной пушкой. Ну, нужны специально обученные люди. Лазить в холодильник, не отходя от компа, это мысль, на самом деле, да. Это неплохо. Так, пока я еще не начала решать здесь головоломочки, глоток чая. И вперед. Если можешь прочитать ник пользователя любого, то просто называй его чувак с нечитаемым ником, и все будет в порядке. Ну, я пытаюсь произносить нормальные ники всех, кто ко мне заходит, но с этим бывают большие проблемы. Так, тут написано... это, наверное, тот гель, который вы имели в виду, вы мне в конце прошлого стрима, вы мне писали что-то. Ой, ну опять эти моменты, где я боюсь упасть. Так, у меня же есть порталы, я, может быть, могу как-то более безопасно туда добраться? Видимо, нет. Это не тот случай, ребята. Забудем, что это игра про порталы, и просто... Наука стоит на плечах титанов. Там можно было упасть, на самом деле. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Это, знаете, это такой крик души человека, которому никто не помогает. Привет, кувшин с молоком. Здравствуй. Привет, Димасик 07. На картофель, да. Тебя ждет веселый... Ой, вы меня уже так на... Что, уже не усложняй, каратель? Ты прям вот... Я же еще ничего не сделала. Ничего. Кстати, я вижу, где я могу создать портал. Я на всякий случай его там поставлю, раз могу, да? Ну, вдруг пригодится. Убрать-то мы его всегда успеем. И еще один могу. Вот тут бахнуть. Отлично. Прям, по-моему, идеально. У нас уже есть два портала. Пусть они пока там будут, а мы пойдем дальше. Так. Ну, все, вперед. Вообще тут все... В полуразваленном состоянии я бы не рискнула ездить. На лифте таком, но все-таки. Привет, Fairy Tail. Скоро начнется боль. Да ну ладно вам, вы же... Ты оттуда пришла? А, ну вот. Я уже не помню, если честно, откуда мы в прошлый раз выбрали. Ну, начнем. Что вы меня запугиваете? Вы дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Так, отталкивающий гель. Вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. Вот у кого Гладис шутить училась. Но очень информативно. Так, ну пока что я ничего важного не пропустила. Знаете, я временами много болтаю, читаю чаты, пропускаю то, что мне говорят, там какая-то важная информация. У нас есть карта, что... А куда нам двигаться? Вообще схемы, они должны быть понятными. Что-то мне подсказывает, что до поверхности нам очень-очень далеко, друзья. Если это и есть сфера эта, то нам очень-очень еще далеко выбираться. Ну ладно, мы же никуда не торопимся, правильно. Сколько будем проходить, столько будем. Так, это трубы, я так понимаю, по которым этот гель должен. Так, еще я решила внимательно изучать картинки, потому что часть тупиков, ну, в кавычках, конечно, тупиков, но то, что мне казалось тупиками, у нас случалось из-за того, что я не читала подсказки внутри игры. А насчет, кстати, насчет подсказок, пока я еще не зашла никуда далеко, давайте прямо сейчас. Ну, вдруг кто-то первый раз у меня. Ребята, пожалуйста, не подсказывайте. Там под вебкой есть даже надпись, которая говорит об этом же. Пожалуйста, не подсказывайте. Держите себя в руках, и как бы ни хотелось, постарайтесь, пожалуйста, не подсказывать, потому что вас будут банить. Вот. И мне будет очень интересно проходить, если мне будут говорить, что делать. Правда.
тут будут моменты, когда я буду сидеть очень долго на одном месте, я вас заранее предупреждаю. Я буду делать много разных глупостей, а вам будет казаться, что ответ очевиден, а я в упор смотрю на него, и я его не вижу. Но вам нужно постараться все-таки. О, да, вот лицеид, большое предупреждение делать. Спасибо большое, да. Точно, точно. Дайте вот самой наслаждение. Вот он все за меня сказал. Отлично. Вот. Ну, вы поняли. Хорошо, не подсказывайте, пожалуйста. Вот. Да. Это будет сложно, но я уверена, вы справитесь. И если все-таки начнутся подсказки, я не знаю, одну-две подсказки, ну, больше двух подсказок я точно не вынесу, я просто перестаю тогда читать чат на прохождение этих головоломок и буду поглядывать в чат только между комнатами, там, где какие-то вот безопасные места, ну, типа как сейчас, когда я еще не ищу выход. Но это будет грустно, да? Так, нужно сделать игру погромче. Без проблем сейчас. Могу чуть-чуть ее громче сделать, потому что если еще громче, мне кажется, она мне уже будет по ушам бить. По уху одному. Я второе ухо оставляю свободным, чтобы слышать детей, когда они начинают крутиться, чтобы отойти к ним. Так, давайте как-то так, хорошо? Напомним про универсальный, не усложняй. Да, это мне уже сказали все, кому не лень. На картинке старая версия портальной пушки, да, похоже на то. Я не играла, поэтому проспойлерить не смогу, это отлично, да. Но ты знаешь, тут могут быть такие ситуации, где даже ты, не играя, будешь точно знать, что нужно делать. То есть ответ будет настолько очевидным, но ты все равно держи себя в руках. Так. Второй подошел. Теперь как-то особенно не по себе стало. Но у меня есть важное задание на сегодня. Мы должны немножко продвинуться по сюжету. Правда? Привет, Ювона, здравствуй. Так. Какая будет игра после портала? У нас все еще остается StarCraft. Он никуда не делся, он остается. И помимо этого мы начнем проходить кооперативный режим портала. А вот какая уже совсем-совсем после портала будет, я пока что еще не могу сказать. Это в процессе. Так, ну... Все здорово, только мне бы где-то организовать себе проход, а тут не было. Ну вот, все, все, начинаем держать себя в руках, хорошо? Тут, наверное, это все очевидно. О, давайте пока посмотрим. Сейчас ты там декреты. Он еще и сладенький. То есть он не опасен, насколько я поняла. Можно прям прыгать в него, что ли? Ну давайте попробуем, это было бы интересно. Кстати, у нас есть кнопка, которая ведет вообще. Вот куда она ведет. Да ладно, ну как это быть в таком месте и не прыгнуть? Давайте посмотрим. Серьезно? Отлично. Да, мне это нравится. Посмотрите, какая классная штука. Я себя, кстати, тоже чувствую таким пузырьком. Очень круто. Я надеюсь, что такого еще много будет. Так, ну нам, на самом деле, нам нужно наверх, наверное, да, чтобы там кнопку включить. Что-то у меня, кстати, ребенок вот прямо сейчас уже крутится. Если что, я к нему отойду. Не забывай, волосы выпадают, просто он не опасен, да. Привет, Бумба-Бумба. Скажу сразу, все гениальные, просто главное не усложнять. Да, каратель, ты уже раз третий или четвертый говоришь это. Музыка еще играет, когда прыгаешь. Давай не будем отсюда уходить. Тут было так хорошо. А, ну как бы нам нужен кубик. Без кубика все не то. Только тут нет такой штуки, которая нам дает кубики. А что, если прыгнуть с большей высоты, то... Да, друзья, совершенно верно, это действительно работает. Кубик. Ну, как всегда, я смотрела не туда, куда нужно, не туда, где что-то происходило. Кубики должны появляться здесь. Тут схемки, конечно, еще, знаете, такие допотопные, то есть они не настолько наглядные, как были.
А, ну, собственно, вот, да, человечек и кубик. А где наш... Вот он. Замечательно. Попрыгали к нему. Ой, как мне нравится. И кубик тоже такой, знаете, ретро-кубик. Со скрепочками, с ума сойти. Но он очень милый. Не бойся умирать же. Ну, лишний раз не хочется. Что в этом приятного? Ну, все, да, пошли. Ну и отлично. Прыг. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Он мне нравится, на самом деле. Кубик мы не могли вынести, я так чувствую. Через поле мы бы его уничтожили. Если это такое же... я была уверена, что мне сюда, а в итоге нет. Не к добру. Ну вот, начинается. Все было так хорошо. Нет? Жалко. Да, и выхода теперь нет. Ладно, я точно могу себе сделать портал там. А второй, вот это уже интереснее. И гелень этот, во мне его показали и тут же забрали. Сейчас подумаем, куда спрыгнуть. Нужно просто обойти пока что все точки и посмотреть, где мы можем себе второй портал сделать. Привет, Вурсик, здравствуй. Капля, что ты мне уже фейспалмы ставишь, а ты еще даже не головоломочка, мы просто мы просто ищем выход пока что. Не расстраивайся, рано еще огорчаться. Вот, мы нашли стенку, все нормально, видишь, не переживай, пожалуйста, все хорошо. Я теперь начинаю заглядывать во все щели после того, как я ходила минут 10 или сколько, и не замечала такую огромную щель в стене, где бы можно было сделать портал. О, лестничка. Я думаю, нам сюда. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Ну, звучит не очень хорошо. Может, все такое пока у вас нет опухолей. Не переживайте, если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Головоломочка. Ребята, что происходит? Что я успела сделать не так? Что я сделала не так? Все же нормально. Мы же отсюда вышли и просто походили туда-сюда, и даже не пришлось долго что-то придумывать. Нам, наверное, на эту платформу, да, чтобы сходить за кубиком. Ну, мне так кажется. А мы сможем сюда допрыгнуть, наверное, да, если вот так взять. Отлично! Да, я даже вовремя попала сюда. Отлично. Все, берем кубик. Осталось придумать, где нам его применить. Так, пока выбросим. Сделаем проход и побежали к кнопке. Что, опять? Опять повторяется история. Кубик допрыгнула, я нет. Вы помните, да, как это было в прошлый раз? Я надеюсь, что в этот раз нам будет попроще. Да что такое? Ой, обратно, кубик. Есть. Ходит на рейд фейспалмов. Мы просто разминаемся. А, на здоровье, все. По щечкам еще можете. Тоже будет хорошо для кровообращения. Так. Что я открыла? Я же где-то открыла проход, правда? Эта кнопка куда она там? Я открыла себе панель, да? Судя по всему. Ну, хорошо. Так, я надеюсь, что мы прямо над этой, над гелем, да? Ну чё, не боимся, правда? Побежали, отлично, да. Кубик. А, мы бы его не смогли все равно через поле пронести, нам нужен другой. Это собачка лает. Собачку я не смогу водичкой отогнать, они почему-то так коты не боятся. Так, нам нужно сбегать за кубиком. Если честно, я пока не понимаю, зачем здесь гель размазан на стенке. Можем посмотреть, как это работает. А, вот как это... Ничего себе! Это круто! Ребята, это нереально круто! Мы сейчас так туда и прилетим. Теперь мы знаем, зачем он там размазан. Ой, я хочу остановиться! Эй, подождите, подождите, вот.
остановите, я сойду. Вот здорово. Ладно, пойдем нажмем на кнопку. И там что-то интересное внизу, пока падать туда не хочется. А, мы это место уже видели. Прыг. Ой, класс. Вы говорили, что впереди что-то классное, но я не думала, что это будет настолько весело. Такие ощущения интересные. А, почему я не посмотрела, что произошло? Это произошло в другой комнате? Судя по всему, да. Да. Тогда вообще никаких проблем. Ну, да, нам сюда и нужно. У меня ведь портал не... Исчезнет, конечно же, исчезнет. Кто бы сомневался. Так. Тогда сейчас здесь сделаем. Ой, я поцеловала стенку вместо того, чтобы аккуратно сюда зайти. Так. Допрыгнем, я надеюсь. Мы прыгаем все с большей и большей высоты. У-ху. Да, на класс. Случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Он что, кости растворяет? Похоже на институт ядерной физики. Надо туда сходить, кстати, на неделю. Интересно. Для прыжков по гелю разбег не нужен. Ну, не знаю, мне, наверное, приятнее разбегаться. Полноты ощущений. Так, все, побежали вперед. Это ведь другой лифт, правда? Да, другой. Совершенно точно другой. Это такая ржавая версия того лифта, который Гладис был. Вот эта кружечка. Вот сразу видно человека, который впервые на моем стриме. Добро пожаловать, здравствуй. Если еще кто-то удивляется размером кружки, я надеюсь, что тебе понравится. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Без проблем, отличные когда новости. У меня остановится сердце. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. А нам куда? Так, 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 подождите. Вот он, тупичок. Тупичок очередной. Мне не очень хочется прыгать. Ладно, похоже, придется. Ничего лучше мы все равно не придумали, поэтому давайте бродить теперь понизу. Что-нибудь хорошее придумаем. Давайте осмотримся. Нам вообще куда? Так удобно, когда есть двери, на которых написано выход. Идеально просто. А мы сможем пройти по вот этой... Ну, попытаться стоит. Если сейчас все под ногами рухнет, это будет, конечно, не очень. Как-то некомфортно бродить по таким штуковинам. Да, спасибо за рекомендацию. А, собственно, вот выход. Да, нам нужно туда лететь. Или не отсюда. А так мы долетим? Ну, при очень хорошем раскладе мы, может быть, долетим. Это я даже не уверена. Давайте посмотрим. Нет, так мы, судя по всему, мы просто врежемся в столб. Да? Или у меня плохо с глазомером, или мы врезаемся в столб. И мы вряд ли пролетим. Давайте найдем какой-то еще вариант. А тут? Главное не шлепнуться сейчас. Так. Нет, там я не смогу сделать портал, к сожалению. Зато наверху какая-то там есть площадка. Нам бы туда залезть. Ну,
пока давайте просто отправимся повыше и посмотрим, нам что-то новое, наверное, откроется. Я не знаю, похоже, за один прыжок мы туда не доберемся, и нам придется сейчас какую-то цепочку проделать, посмотрим. Так, о, вот теперь мы высоко, нам все видно. Или долетим. Подождите, нет, мы можем впечататься, просто если неправильно развернемся, а так все нормально, главное. Только здесь нет портала, к сожалению. Все было бы неплохо, если бы мы могли его организовать у себя под ногами. Но так высоко все равно не поднимемся. Нужно подниматься еще выше. Ну ладно, будем придумывать что-то другое. Этот план, можно сказать, тут нужна внимательность. Отлично. По-моему, здесь везде нужна внимательность, на самом деле. И это как раз то, чего мне очень-очень не хватает. Очень. И по жизни, и в играх, и вообще. Кстати, мы можем приближать, и тогда мы чего-то должны увидеть. Что-то новенькое. Ну, смотрите, там есть площадка. Я упала, пока пыталась посмотреть наверх, я просто шлепнулась. Да. Привет, Under the Bridge. Сколько было стримов до этого момента? Ты знаешь, я не вспомню, к сожалению. Тем более мы начали проходить игру на половине стрима. То есть тут сколько-то стримов с половинкой. Мы закончили первый портал и на том же стриме начали проходить второй. Ты можешь зайти на мой канал на YouTube и посмотреть. Там точно можно... Да, шлепнулась. Повидло мне что-то говорит о внимательности, но... Я была уверена, что у меня там есть еще сантиметров 20, и я могу тут постоять на краю и позаглядывать наверх. Но, похоже, нет. Давайте тогда просто рассматривать, что у нас тут есть. Тут, к сожалению, я не могу сделать портал. А там такая неплохая точка для обзора, оттуда было бы много всего видно. Потому что снизу я, конечно, не вижу чего-то важного. Нам бы залезть наверх. Да. Вариантов на самом деле не очень много, похоже. Где можно портал сделать? Давайте приближать и внимательно рассматривать. Выход там. Допрыгнуть туда мы сможем, скорее всего, с этой площадки, потому что мы точно не долетим со стены, да? Да, тем более. Так, я слишком приблизила. Я пока буду просто вслух рассуждать, если направление моих мыслей неправильное, это не должно вас смущать, вам не нужно мне подсказывать, друзья. Я пока буду перебирать разные варианты, буду вслух вам об этом рассказывать, но с этим ничего не нужно делать. У меня есть мысль, ну, попытаться запрыгнуть. Давайте мы хоть попробуем, все равно не разобьемся. Нет, мы не долетаем, к сожалению. Для чего тогда мне дали возможность там портал поставить, если я все равно не могу долететь до какой-то полезной точки, а разбег тут вообще ничего не имеет. В смысле, не имеет никакого значения, вот что я хочу сказать. Ну вот мы и застряли, да. А почему мне еще не дают гель? Мне же обещали дать гель. Давайте изучать, куда идут трубы. Без этой штуки мы просто никуда не допрыгнем. Но он идет наверх. И устроить здесь диверсию, как-то, чтобы эти трубы прорвало, мы, похоже, не можем. Можно вернуться к лифту, оттуда было чуть-чуть больше, наверное, видно, чем с нижней площадки. Какие у меня еще варианты? Есть какая-то вышка, на которую мы тоже не можем залезть. Просто обратно, интересно, я могу пройти тем же... Нет, нет, я не хотела. Гель летит мне игрушку, да, мне его не дают больше. Мне дали чуть-чуть поиграться в прошлой комнате и все. Так. Это все очень хорошо. Очень хорошо. Мне так нужно наверх. Давайте приближать и внимательно смотреть. Это лифт, до которого нам нужно дойти. То есть, судя по всему, мы с него как раз будем уезжать из этой комнаты. Да, там вон мостик к нему, поэтому на него мы можем не обращать внимания, он нам ничем не поможет.
Создавать портал там негде. Наверху, может быть. Ничего не видно. Мне здесь даже приближение не помогает. Я все-таки хотела бы пройтись обратно. Ладно, я попробую еще раз. Нет. В итоге, если мы один раз прошли, то вернуться уже никак. Это вообще печально. Я теперь чувствую себя в какой-то клетке, и это, наоборот, заставляет меня нервничать. Я не могу отсюда выйти обратно. Меня заперли. Вот на этом крошечном пятачке. О, там наверху, наверху, подождите, там наверху есть... Отлично, есть, есть. Я надеюсь, что это именно то, что я ищу. Так, только не падать, пожалуйста, не падать. Мы теперь очень высоко, очень так высоко. Мы в этой комнате еще не были. Осталось решить, что нам с этим делать. Может быть, мы что-нибудь увидим новое с этой точки. Давайте внимательно смотреть. Ну да, наш лифт. А тут все обрывается. Однако есть комнатка с кнопкой. Это уже лучше. Вот это мне уже нравится. Пойдем. Мне нравится твой стиль. Ты устанавливаешь свои правила прямо, ну, как и я. Как сказать, только выпрыгнуть не могу. Что вы сказали, что я не могу уволить? Получилось. Уволил. Пандусы для колясок слишком дорогие. Так, у нас тут должен появиться кубик, я так понимаю. А, это не кубик. А, это прекратить можно? А если еще раз нажать, мне, наверное, уже достаточно. Эй, меня же прихлопнет этой штукой, я могу выключить. Подождите, закройте кран. Ладно, давайте мы пока походим, посмотрим, что тут. Может, что-то интересненькое пропустили. Вернемся и будем думать, как нам там не погибнуть. Ну ладно. Наверное, придется рисковать. А куда я долечу? Если под углом. Все, мы умираем? Или он на самом деле не опасен? Все не так хорошо, как мне казалось. Мы не очень далеко прыгаем таким образом. Ну вот. Хорошо. В общем, ладно, идем пока наверх и смотрим, что там. Я пока оставлю в покое этот гель. Он срабатывает не так, как мне хотелось бы. Прошу прощения. Он разлит не в том месте, где мне нужно. С этим бы что-то... Мне показалось, или что-то где-то лопнуло. Кажется, я тут умудрилась все поломать. Так, и я, конечно, не могу создать портал на той наклонной стеночке. И подняться выше я тоже не могу. Друзья, нам все-таки придется с ним что-то делать. Да ну хватит, не нужно меня пачкать. Нам бы наверх. А как, его можно как-то размазывать, перетягивать, чтобы он у меня был вот тут? Портал? Отлично, ну да, отлично же. Вот это мне уже нравится. А я могу себе уже побольше сделать, да? Да! Так. Вот мы что-то... Подождите, я могу сделать так много луж, сколько захочу. Я могу всю комнату засыпать. Главное, чтобы это не попало по мне. Так, так она летит в стену. Ну, тоже неплохо. Это круто же. А с этой стороны? Простите, я чуть-чуть поиграюсь, ладно? Даже если вам скучно за этим наблюдать. А если вот так? А теперь убрать? О, смотрите, он на потолке, он на... Ой, я забыла убрать. Ну, лети обратно. То есть его реально можно перенаправлять, как... Только главное, чтобы он по мне не попал теперь.
Это же классно! Я не могу наиграться, простите. А теперь... А, он там разбился поток. Ну ладно. Ладно, ладно. Давайте там тоже себе... Что? Отскакивать? Удерживайте... Чтобы что? А! Ладно. Да нет, я просто остановилась тогда и перестала наоборот отскакивать. Или это так и работает? Ну ладно, в общем, мы вышли. Красим стены с поля. Покрашу квартиру в синий цвет. Так, ну ладно. Теперь понятно, как это работает и что с этим можно делать. Это неплохо, неплохо. Мы могли бы, кстати, попасть в ту комнату тоже. Да, здесь нам искать нечего, похоже. Нам сюда нужно долететь по-другому. Давайте мы здесь тоже теперь все покрасим. Так. Сейчас я аккуратненько сделаю. Этого должно хватить, наверное. Все, сейчас прыгнем. Оп! И еще раз, и прямо на эту штуку. Ой! Зачем я решила создавать портал в полете? Это было вовсе не обязательно. А, так. Теперь мне нужно прыгнуть с большой высоты. Ой, у меня портал пропал. Нельзя проходить там. Так, все, успокойся, успокойся, шарик. Полетели. Мы не долетели на самом деле. Нам нужно прыгать с высоты побольше, наверное. Почему мы не долетели? Должны были. Я что-то не так сделала. Так, возвращаемся и повторяем все еще раз. Если честно, я не понимаю, что у меня пошло не по плану. Эй, ну, давай. Так, мы не допрыгиваем. Все было так хорошо первый раз. Я надеюсь, что там, где я разлила эту краску, там все так и остается. Да. Ладно, пробуем еще раз. Но мы совершенно точно должны лететь с этой плиты, только я-то рассчитывала, что мы должны так разогнаться. Нам нужно использовать гель, наверное, для того, чтобы разогнаться получше. То есть тут уже недостаточно просто прыгать с высоты. Поэтому мы сейчас подумаем, где бы нам так хорошо прыгнуть. На него. Сейчас, сейчас. Я не знаю, нам нужно отскочить от геля, возможно, и попасть в портал, а потом вылететь уже из этой наклонной штуки. Наверное. Попробуем так сделать. Я просто не знаю, как это работает, потому что мы еще подобного ничего не пробовали. По идее... Ну, как-то так должно... Ой, нет, это было слишком далеко. Тра-ля-ля, придется еще раз. Ой, меня что, от стенки отбросило? Я реально чувствую себя мячиком круглым и таким пружинищим мячиком. Я еще не научилась использовать Ctrl для того, чтобы затормаживать там, где нужно. Так, ну ничего. Пробуем еще разок. И, наверное, сразу стоит портал... Или я еще успею его поставить, где мне нужно. Так. Давайте поближе, так, чтобы я в него влетела. Да, нужно... Ой, у меня там портал не готов. А почему он исчез? Из-за того, что я через поле прошла.
Я забыла про поле, друзья. Простите, проделываем все еще раз. Даже если это не сработает, все равно мы проделываем опять все те же штуки. О, это, наверное, нудно смотреть который раз, как я делаю то же самое. Но... Простите. Или поровнее. Давайте ровненько сделаем. Усложняй. Я опять усложняю. Ну, что поделаешь. Если это не сработает, мы будем пробовать что-то другое, вы же знаете. Все нормально. Главное попасть, теперь попасть вот сюда. И я надеюсь, что теперь мы... Нет, конечно же, мы не долетаем. Ладно, все, тогда делаем по-другому вообще. Все, лети, дружочек. А, нет, не так. Короче, лететь буду не я, лететь будет эта краска и гель. Давайте разольем. Раз мы в любом случае не долетаем, значит, то, что мы делали раньше, теперь уже не работает. Ну? Этого достаточно, я надеюсь. Да, хорошо. А теперь, где я его в прошлый раз ставила? Кажется, тут. Все, побежали, в добрый путь. Так, а теперь мы должны отскочить, по-моему. Да, 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 мы летим, летим. И даже не врезали в стенку. Да. Чего-то забыл, ладно, мог. Грустно смотреть, когда ты стоишь на месте, боишься. Все, я больше не боюсь, я уже решила. Буду ходить по трубам, буду падать, но бояться больше не буду. В полете под себя ставь портал, смысл прицеливаться? Да, я не знаю, почему я ставлю. Я знаю, что можно их ставить в полете. Наверное, я боюсь, что у меня не хватит реакции или еще чего-нибудь поставить портал в нужном месте, поэтому пытаюсь все себе подготовить заранее. Ну, канал, на котором не стримится сейчас. Ну, да, да. Добро пожаловать. Закон сохранения энергии, ты от сколько энергии только теряешь, нельзя набрать больше энергии, отскочив. Да. Честно, я просто еще... я этот гель не пытаюсь в какие-то законы вписать. Пока что он меня только удивляет. Поэтому я подумала, что это может сработать. Что может быть он меня подбросит куда-то невероятно высоко. Сейчас пропалим поле. Ладно, развлекайтесь. А мы побежали дальше, да? Вот, собственно, лифт, о котором я говорила. Да-да-да, мы уже пришли, все хорошо. Отлично. Так. Мы вроде бы даже не очень долго здесь сидели, да? Ну, на привет, привет, привет. Ой, это ты и писала, ничего себе. Я прочла сообщение, но не прочла ник. Здравствуй, Нуна. То есть сейчас следующая комната. Я стараюсь меньше поглядывать в чат, когда прохожу. Но стараюсь обратить внимание на чат между комнатами. Поэтому это последний мой шанс сейчас еще на что-то ответить, если вдруг есть на что отвечать. Хочешь после прохождения игры поиграть в карты от зрителей? Надо подумать, если не надоест. Получится, что... Сначала был первый портал, потом второй, потом совместное прохождение. Может быть, захочется от него немножко отдохнуть, посмотрим. Пока что мне очень нравится. Так, тут ничего интересного.
Но, простите, мне любопытно заглянуть. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Ой-ой-ой. Я надеюсь, мы услышим, когда здесь что-то начнет пищать. Привет, Calm Vibes. Так, я бы не хотела, чтобы меня прихлопнуло этим. Это что-то новенькое или это просто вода? Друзья, у нас такого еще не было. Ну, похоже на воду. Она вытекает через решетку, что ли? Или не похоже? Нет, вообще не очень похоже. Это не вода, это что-то другое. А почему мне не рассказали, что это и... Здесь, вероятно, можно будет перелететь, отскочить и прыгнуть. Там что, кнопка? Ладно, пока что еще не видно. Будем экспериментировать. Так, вода его растворит. Или это не вода, или это раствор, который, в общем, его... То есть, по-хорошему, это нужно как-то перекрыть. Но там, наверное, как раз есть кнопка, которая этим занимается, да? А, или кнопка тут. Сейчас подумаем, как туда долететь. Ой-ой-ой, я не тот портал поставила случайно. Так. И еще. Ой, опять не тот, да что со мной такое? Я оранжевый собиралась ставить. Это вода? Но она себя ведет, мне кажется, немножко странно, как для воды. Но из меня такой физик, что... Отлично, у нас потолок покрашен. Да, ну это классно растворяет. Так, ладно, все, побежали, нам нужно нажать. Оп, прыг. Я ведь успела нажать? Да, и сколько у нас теперь времени? Пока тикают часики. Самое время прыгать. Есть. Ну хорошо, успели, побежали дальше. Я им говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Привет, Диник. Сделать одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Ну что, будем продолжать делать все то же самое. Наверное. Только нужно понять, куда нам вообще... Выход. Наверх или нет? А, собственно, выход вот. Будем пачкать стенку, наверное, и пытаться от нее отскочить. Что у меня только такая идея. Ой, их так много теперь. Посмотрите, что я сделала. Их становится все больше и больше, ребята. Вот это да. Да, их ведь должно становиться. А когда они встречаются, что ничего не происходит, они не объединяются в один. А теперь у меня должна получиться очень большая лужа, насколько я понимаю. А интересно, а он будет вытекать, если попадет на сетку? Нет, это слишком далеко, давайте поближе. У меня их осталось все меньше и меньше. Да, он просто пролетает через нее и все. Жалко. По ощущениям, второй портал приятнее, не знаю, приятнее ли, но разнообразнее точно.
Он вытекает там из трубы. Круто. А, что я, кстати, хотела? Я хотела бы здесь себе тоже его налить, чтобы отскочить от этой наклонной плиты, потом от стенки и прыгнуть туда. Не знаю, если это получится. Так только попасть туда я не могу, похоже. Никаких идей, как туда. Так, куда оно будет? Просто будет разбиваться. О, здорово. Ладно, давайте пока что попробуем. Мы не очень высоко подпрыгиваем таким образом. Можно было бы и повыше. Давайте тогда попробуем спрыгивать высоты побольше. Да? Тут же больше ничего интересного. Я чуть-чуть запачкала стенку. И не добежала. Ближе никак, интересно. Нет. Ладно, может быть, не так высоко. А, или наоборот, повыше, повыше, еще повыше. Нет. А, буду ли я играть в Античемпер? Может быть. Может, мне на нее дали ссылку, я посмотрела, но действительно должно быть что-то интересное. Ну, она меня заинтересовала. Пока я еще не могу обещать, буду я проходить или нет, но хотелось бы. Вот. Так, все, давайте подумаем, чего здесь от меня хотят. Пока что то, что я пробую, совершенно неэффективно. Для чего мне это наклонное? Давайте вернемся к старым методам. Они хотя бы работали. Так. Говорите, в полете попробовать? Давайте попробуем. Да, в общем, нужно использовать новое, но о старом тоже не забывать. Одним гелем тут не обошлось. Хорошо. Будем комбинировать. Быстрее бы альтернативный плеер. Я правда сделаю, просто нужно настроить. Нужно настроить, и он появится. Может, на следующей неделе. Я не берусь обещать, потому что меня надо очень хорошенько пнуть, чтобы я разобралась, как же мне правильно сделать рестрим. Мне бы не хотелось урезать поток на Twitch, то есть делать рестрим с Good Game на Twitch я не хочу. Возможно, нужно будет наладить именно просто стрим в два потока. И на Good Game, и на Twitch без рестрима, но выдержит ли мой канал. В общем, там есть свои сложности, я найду, кто бы мне помог с этим. Смотрим, друзья. Ладно. Так, я оттуда пришла, а нужно мне, по идее, наверх. А я туда могу просто пройти, правда? Можно ничего не делать? А, нет. Это, к сожалению, тот же проход. Увы. Давайте осмотримся тогда. Тут такие большие помещения стали. Где же выход? Я думаю, что нужно наверх. Или даже вот... А, лифт! Все, я нашла лифт. Подождите. Я его раньше не замечала, потому что я туда не смотрела. Я вот сейчас посмотрела в одну сторону, сделала какие-то предположения, потом посмотрела в другую и нашла лифт. Я почти сразу нашла выход. Можно пробовать мой сервер, правда, он не всегда работает хорошо. Ой, Ивона, я тебе напишу потом отдельно. Хорошо, ты мне расскажешь, как это делается и что для этого нужно вообще. Придется сделать рестрим. Два потока комп не выдержит. Ну, мы... Подумаем, хорошо, вот мне Ювона, может быть, расскажет, как это сделать. Да, так вот, мы нашли выход, это, конечно, хорошо. Там как-то мы по мостикам, по переходам, мы туда проберемся, просто пока что нужно добраться наверх. О, давайте мы еще почитаем, тут же есть подсказочки, точно, или это не подсказки?
это не подсказки. К сожалению. Ну ладно. И давайте посмотрим, каким образом здесь направляется гель. Нам бы как-то заполучить. Тут стекло или нет? Знаете что? Помните, был момент, когда я жутко тупила и не могла понять, что нам делать, потому что была уверена, что там стекло. Из-за того, что там очень равномерно была распределена дымка, я даже не сомневалась в том, что там стекло. В итоге его там не было. Я даже не рассматривала вариант ставить портал где-то там, потому что думала, что комната закрыта. Так, там... Там, короче, можно портал сделать, только как туда достать? Я надеюсь, это делается не из соседней комнаты. Из соседней комнаты. Ладно, сейчас. Сейчас сделаем. Вот он, конечно. Да. И подумаем, где бы нам намазать нужно все, чтобы благополучно лететь. Так, ну тут сетка, это не имеет смысла. Или я рано об этом задумалась? Нам точно нужно на ту сторону. Ну и куда же ты перелетаешь? Мне нужно хорошенько налить тут краски. А повыше? О, вот так уже лучше, да. Хорошенечко себе здесь. Делаем место для прыжка. А так. Ой, можно было сразу так делать, действительно, это было бы поэффективнее. Ну вот, мне кажется, неплохо. Все, приготовились? Это страшно, но мы справимся. Да, да, вот мы уже прям справились, отлично. Хорошо. Это ведь точно то, что я хотела сделать? Или нет? Так, пойдем. Ну вот, нас, кажется, за дело нужно стоять с этой стороны, наверное. Этого ведь достаточно, я надеюсь. Но у меня других вариантов нет. Мы можем еще стенку на той стороне тоже покрыть. А, даже не стенку, там наклонная панель. Отлично. То, что нужно. Мы оттуда должны толкнуться. Долетим ли? Но попробовать в любом случае стоит. Все, побежали. Прыг. И еще раз. И а теперь поцеловали стенку. Что-то пошло не так. А почему мы не подлетели куда-то еще выше? Прям. Может, зря я начала поворачиваться в полете? Ну все ведь было хорошо. Нет. Я была уверена, что она нас забросит аж туда на сетку. Ну вот. Был такой хороший план, и он провалился. Гель не краска. Ну, я его воспринимаю как краску, он так растекается. Каратель, ты уходишь, давай, спокойной ночи. Так. Будем разбираться. Пожалуйста, только без подсказок. Ладно, вот мы немножко застряли. Давайте подумаем, почему мой план не работает. Еще раз проходим и смотрим, что же пошло не так. Ну, вообще-то так жалко. В чем твоя проблема? Ну да, мы допрыгиваем. Может, недостаточно... Ой.
Нет, мы точно не сможем допрыгнуть выше таким образом. А я надеялась, что вот один шаг, и мы уже там наверху. А какие тут еще варианты? Здесь есть какая-то другая панель, по-моему, да? Вот, она повыше немножко, может быть, ее намазать. Надо пытаться. Только теперь не добраться туда, я не могу уже создать портал под этой, под гелем. Давайте посмотрим, куда она нас отправит, если оттолкнуться. И нет, мы там просто стенку поцелуем и все. У тебя специальной клавиатуры, на которой ты делаешь засечки в виде кубиков, отмечая убийство? Нет. Для прохождения давай просто прыгать на геле. Похоже, мы сейчас этим и будем заниматься. Честно, я не знаю, мне просто нет другого плана. Этот был единственный, он казался мне безупречным на самом деле. Так здорово, прыгнули тут, прыгнули там и долетели. Казалось так просто, я думаю, вот я молодец, я ничего не усложняю, я такая умница, я все хорошо придумала. А в итоге... В итоге не особенная умница. Мы сейчас будем просто прыгать на собой. Или... А почему она зеленая такая? Выглядела какой-то рыженькой, а в итоге зеленая. Я напоминаю, пожалуйста, ребята, без подсказок. А, и нас вернуло. Ну вот, мы вернулись назад. Мы будем все время возвращаться к этому моменту. Это неплохо, значит, мы можем экспериментировать сколько нам хочется. Так, давайте подумаем, сможем ли мы вторую плиту намазать гелем. Нет, не сможем. Ему там неоткуда лететь. Для чего она у меня тогда? На ней ни портал не создать, ни запачкать ее, ничего. Тогда сделаем вид, что ее здесь нет, раз она бесполезная. Ну, нет смысла проделывать то же самое, хотя этот план, он был идеальный. Ну, посмотрите, вот наклонная плита, и мы такие подскакиваем, и летим, и прямо вот... Да это должно было это сработать, ну как так? Может быть, это какой-то баг? Ты все упрощаешь? Это что-то новенькое, это что-то новенькое. Я пытаюсь упрощать, да. Раз уж я все усложняла до этого. Так. Я напоминаю, ребята, без подсказок. Без подсказок. Так, эта штука вообще неподвижная. Для чего она мне здесь? Только для того, чтобы прыгнуть. Не знаю, зачем мне здесь вообще дали возможность создать портал на ней. Это как-то странно. Потому что мы его вообще никак не используем. Что давайте сделаем себе. Здесь мягенько. Ой, почему он вернулся не там, где я хотела? Ладно, ничего страшного. Тебе бы все запачкать. Да. Мне нравится, и цвет кажется довольно приятным. Если бы он был зеленым, конечно, он был бы намного лучше. Но то так тоже подойдет. О, это прикольно падает. Так тоже неплохо. Для чего напротив мне тоже дали стенку, непонятно. То есть без нее здесь можно легко обойтись и все сделать вообще без ее участия. Но она ведь там не просто так, она не может там быть. Просто для красоты, правда. Это риторический вопрос, это рассуждение вслух, ребята. Так, ну что, побежали. Обратно я не смогу вернуться. Может быть, я и зря сейчас спрыгнула и потеряла таким образом возможность. Привет, святые фурии, привет. Собачка лает. Мне так и хочется проделывать опять то, что я уже сделала. Но если не получилось один раз, наверное, это и не должно работать. Можно попытаться перелететь с другой стороны.
нет, нельзя, это все равно ничего не даст. Знаете что? Раз уж мы падаем обратно на пол, или не на пол, или на пол. Вот с этой наклонной штуки. Так, ну я, честно, у меня родилась какая-то суперсложная. Может подсказать? Нет, ни в коем случае. За подсказки будут банить. Я могу просидеть весь стрим на этом моменте. Правда, весь стрим мы можем сидеть и ничего не добиться. Подсказывать ни в коем случае. Пожалуйста. Если я сама не скажу все, сдаюсь, я не знаю, когда пройти, и передо мной будет стоять выбор забросить игру и не проходить дальше, или все-таки взять у вас подсказку, тогда я сама, может быть, попрошу, но мы точно еще и близко не подошли к такому моменту, когда я попрошу подсказку. Пока что, ну, просто наслаждаемся, не знаю чем, но пока что посидим на этом месте. Так вот, у меня в голове сейчас родился какой-то супер хитрый план с созданием целой кучи порталов на лету, не знаю, но об этом нужно еще подумать. Чего же именно я хочу добиться? Так, наверное, я не смогу даже это вслух сейчас описать, то, что я собираюсь сделать. У меня там так летит один шарик за другим в воду. Когда-нибудь она вся превратится в гелий, мы сможем здесь прыгать сколько угодно. Был бы неплохой план, да? Когда я создам здесь портал, я больше ничего здесь не смогу намазать краской. Поэтому пока что не будем с этим торопиться. Давайте лучше гелем намажем все, что можем. Все, до чего вообще можем дотянуться. Так. Пусть его будет побольше. Побольше, побольше. Ой. Таблеток от жадности. Что там с наклонной поверхностью? Мы к ней еще вернемся. Не переживай. Мы обязательно ее будем использовать, потому что она тут точно должна участвовать во всем, что мы делаем. Так. Но раз мы не можем на ней создать портал, значит совершенно точно на ней нужен гель. Мы этим сейчас воспользуемся. Тем более он туда так аккуратно попадает. Посмотрите, ну, здесь все создано для того, чтобы точно там разместить гель, поэтому так и сделаем. Я надеюсь, что там прям она вся теперь голубенькая. Так, давайте подумаем, можно еще в другую сторону. Получится повыше? Нет. А, да, даже получается там чуть-чуть повыше размазать. Хорошо. Это пока бессмысленно, то, что я делаю. Я это делаю, пока пытаюсь что-то придумать. Просто, чтобы чем-то занять пока что руки. Я боюсь переставлять голубой портал, потому что мне кажется, что если сейчас я останусь без него, то будет отрезан путь назад. Придется обходиться тем, что успела сделать. Окажется, что я где-то что-то важное еще упустила. Может, я чего-то не вижу. Разгадка так близко. Это радует. Ребята, только, пожалуйста, без подсказок, особенно сейчас, когда очень хочется и когда я уже так близко, пожалуйста, не подсказывайте. Я реально боюсь теперь убирать голубой портал. И, наверное, знаете, я сейчас чат какое-то время не буду читать, потому что я понимаю, что это опасно. Вы сейчас, наверное, очень хотите мне подсказывать. Почему у нас тут есть этот выступ? Наверное, для того, чтобы дать нам безопасное место, где можно было бы не стоять под обстрелом этих шариков.
Ну хорошо, я запачкала все, что могла. Все, смелым движением нам теперь нужно убрать голубой портал. Давайте думать теперь, как мы будем прыгать. Так, я вылетаю, отбиваюсь от этой штуки, потом отбиваюсь от наклонной поверхности. Куда я реально оттуда могу полететь? Если в полете я смогу развернуться, я могу еще долететь вот туда, наверное. Или не могу. Но мы можем попробовать, потому что вообще уже больше ничего не теряем. Правильно, давайте просто попробуем еще разок. Я все здесь так хорошо, хорошо намазала. Нет, мы в полете разворачиваться не можем. И мы просто врезаемся в стенку. То же самое, что было в прошлый раз. Какой ужас, я повторяю точно то же. Я ничего больше не придумала. Подождите, там же можно остановиться. Может, я вообще зря там гель рассыпала? Мне показывали, что я могу использовать Ctrl для того, чтобы... Так, 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 подождите, 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 я держусь пока что. Нет, нет, не сползай, не сползай, не сползай. Ну, короче, надо было в какой-то момент попытаться подпрыгнуть, наверное. Давайте попробуем еще раз. Можно даже не разворачиваться, да, это ведь не имеет никакого значения. А теперь отпустите прыгнуть. Прыгнуть, прыгнуть. Да нет, ну не вниз же прыгнуть. Ну, я хотя бы попытаюсь это сделать. Ладно, даже если это бессмысленно, это что-то новенькое. Мне хочется попробовать зацепиться тут. Так, попробуем все-таки развернуться и потом прыгаем. Нет, нет. В общем, это ничем не отличается от того, что я делала раньше. Если не останавливаться, все точно... А, подождите, отличается тем, что я могу прыгнуть в другую сторону, по идее. Так, сейчас, сейчас. Попробую еще раз там остановиться на высоте. Может, что-то новенькое вижу. Только не сползай, пожалуйста, не сползай. И в воду. Да... Что-то медленно ты летишь, мне тоже кажется, что я что-то медленно лечу. В итоге, ой, опять все повторять. Сохраниться нужно было. Вот это да, я забыла, что здесь можно сохраняться. По ходу дел. Все, сейчас мы здесь все опять выпачкаем, потом сохранимся, ладно? Я потом не забуду. На секунду, мне показалось, что ты упадешь в воду и опять все красить сначала. Да, опять все красить сначала. Тебе не показалось. Ну все нормально. Да. Ты знаешь, как уборщица Марфа будет теперь на тебя смотреть. Пусть она меня простит, но это нужно решить. И я готова запачкать все на своем пути. Ну, идеально. Мы там просто идеально разлили эту лужу. И еще одну внизу. Ничего лучше я не придумала. Самое время сохраниться. Мы все покрасили, и в то же время мы еще не спрыгнули. Что у нас там кто-то наверху? Ничего. Нет. Да, все, сохраняемся. Это хороший момент. Да, новое сохранение. Да, 2 на 2 с Алексом было. Все, мы сохранились. Я напоминаю, что мы не можем пройти это место, но я прошу не подсказывать мне, даже если очень хочется. Прыг. Есть. Теперь мне кажется, что маловато. Я здесь... Ой-ой-ой-ой. Нас запачкали. А таким образом я, кстати, смогла себе поближе налить. Что я сделала? Что я сделала? Куда я попала? Я случайно, я, конечно же, не хотела. Такая. Кому-то сейчас станет плохо, наверное, да? У нас уже начинают выпадать волосы. Феликс, привет, здравствуй. Да, я ошиблась в портал немножко, ничего. Попробуем еще разок там застрять наверху, да? Только нам это ничего не дало, ничегошеньки. Так, пока я держусь, все нормально.
Наверх никак. Там слишком высоко. Подождите, я смогла залезть внутрь. Это уже лучше. Правда, это лучше, чем ничего. Так. Может, зря я покрасила это? Так, все хорошо. Сохранится, что ли? Давайте. Нет, ладно, это нечестно сохраняться постоянно. С ума сойти. Это что-то новенькое, мне так нравится. Я не хочу уходить и портить. Это похоже на прогресс, потому что это не похоже на все, что мы делали до этого. Да. Но мы не будем бояться. Только я сейчас просто здесь съеду, да? Да мы так высоко, наверное, не подпрыгнем, если... И... Нет. Нет, нужно было не так делать. Еще разок. Заходим. И теперь аккуратненько. Прогресс? Что, это не похоже на прогресс? Как она туда забралась? Эй, ребята, спокойно. Все хорошо. Нет. А я надеялась, что это сработает. Ну вот. Это было похоже на план, даже так. Все, останавливаемся и думаем дальше. Я рано радовалась. Что же ты творишь? Хватит игру ломать. Ну, я правда думала, что там предусмотрена возможность туда зайти. Мне так понравилось, что я такое что-то классное сделала. Но в итоге мне это никак не помогает. Совсем. Давайте подключать вторую тогда эту линию, раз тут мы ничего не можем сделать. Представим себе, что мы вылетели как раньше. Полетели, отбились. Перелететь на соседнюю у меня не получилось. Даже если это возможно. На вторую наклонную мы не долетим. Давайте экспериментировать. Это был плохой эксперимент. Надеюсь, что пока буду кипятить чай, делать бутерброды, ты не пройдешь. Да, я думаю, что я не пройду. Перед игрой изучи физику. Физику игры или в целом вообще физику. Последнее сохранение. Ну, вообще, да. Или это будет то, которое автоматически нужно было выходить в главное меню и использовать то сохранение, где у меня все хорошо. Я сделала сейчас не то, что нужно, да? Идем в главное меню. Да, я точно хочу выйти и хочу загрузить то, которое было. Да, это оно. Ты забыла собственную мудрость. У меня была какая-то мудрость. О, ребята, нет, даже такие очень далекие подсказки, они мне на самом деле будут сейчас только мешать. Так. Ну, возвращаться в ту комнату мы точно не станем. Что-то предпринимать в этом помещении, наверное, нет смысла. Можем походить, посмотреть, но... Они, конечно, связаны. Мы тут даже не перепрыгнем. Нет, нам эта комната нужна, по-моему, только для того, чтобы добыть отсюда гель. И все. Ничего другого я не могу придумать. Ну да, есть кнопочка. Там льется водичка. Нет, это все уже пройденный этап. Нам точно это никак не нужно использовать.
тебе скорости не хватает. Это очевидно. Это очевидно. Если я возьму хороший разгон, я допрыгну с наклонной поверхности. Это как бы понятно. Сейчас буду разбираться. Так, мне, наверное, лучше пока не читать чат. Потому что я грущу, и вам хочется мне помочь. Давайте опять рассуждать, может быть, наткнемся на что-то полезное. Пока я еще туда не перепрыгнула. От лужи, которая разлита наверху, мы очень неплохо долетаем до наклонной поверхности. Только, наверное, медленно. И поэтому дальше мы не пролетаем. А как нам долететь туда побыстрее? Но только напрямую через портал. Если мы не будем прыгать на пол, а долетим просто сразу на эту лужу. Это вообще возможно? Давайте попробуем. Так, какой там я голубой создала, да? Будем сейчас оранжевую себя организовывать под ногами. С ума сойти. Да, это было очень легко, очень легко. Почему я зациклилась только на той линии? Так, у меня чай закончился, я налью себе водичку. Я думаю, сейчас я могу отойти, да, и налить водичку. Так, друзья, все, я тут. Пойдем дальше. Тут что, теперь каждая комната будет такая? Сохранимся, может быть. Да, сохранить. Нам уже не нужно это сохранение. Так, вернуться в игру. Главное не упасть сейчас туда. Хотя мы уже знаем, если что. А где выход? Эй, да ладно, выход. Ну выход же. Почему это еще не выход? Нам нужно наверх. Не падай, не падай. Я не знаю, ли мы допрыгнем. Хорошо, что я сохранила. Если вы это слышите, значит, вы много переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые не умеющие распознавать. Он меня насквозь прямо видит. Они получат на такую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не перебывают в океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Не нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Он сказал, что побольше проворства не помешает. Так, у нас есть водичка, чтобы растворять эту штуку. У нас есть гель... Его можно как-то по-другому называть, не просто гель, у него ведь есть какое-то название, должно быть. Так, выход у нас там подъемник сработает, если мы достанем кубик, нам очень нужен кубик, только он у нас за стекляшкой. И добраться до него мы никак не можем. Может быть, можно его достать, так
Нет. Нет, это было бы слишком просто. Так, как достать кубик? Он плавает, интересно. Ну ведь, по сути, эту штуку можно... Нам нужно сделать так, чтобы водичка... Нет, наверх она его не поднимает, ладно. Там, там наверху все равно тоже сетка. Давайте пока посмотрим, как вообще эти жидкости будут взаимодействовать с кубиком и с этой клеткой. Мне пока интересно просто, как они себя ведут. Ну, что такое? Давай. Кубик стал прыгучим, ничего себе. Вот это... А где он? А, вот. Вот ты прокась... Понятно, я теперь поняла, для чего мне водичка. Подожди, 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 кубик. Он меня не прихлопнет, я надеюсь. Так, как, где его поймать? Да остановись, ты остановись. Ну, ну что ты делаешь? Эй, кубик. Нам нужно было быстрее его водой поливать, я так чувствую. Теперь его уже не... вот тут сейчас... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Он почти был в ловушке. Да-да-да, кажется, вот тут сейчас мы его... Да, есть. Мы его поймали. Ловите наркомана. Такой просто хотел жить. Знаете, мы сегодня с детьми были в цирке, но цирк вообще я не люблю. Вот, там было просто представление иллюзионистов, то есть там животных не должно было быть. В итоге все-таки было представление, ну, в представлении был номер с животными, мне это не очень понравилось, но... В основном там были акробаты и фокусники, и иллюзионисты, и мне вот эта вот емкость, она мне напомнила как раз один из трюков, которые они выполняли. Так, ну, нам просто нужно туда залезть. Ничего сложного, правда, ничего ведь сложного в этом нет, нужно просто налить туда прыгательный гель. И все. Да, все нормально. Он у нас чуть-чуть смешался с водой, кажется. Я думаю, так достаточно. Лифтер. Понятно. Тут не все так просто, друзья. Ну, кубик, пора попрыгать. На почему? Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет-нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы следите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте. Синяя жижа. Ты оставила кубик там вечно прыгать. Но я ведь не могу его пронести в лифт. Тут поле, которое мне не дает его вынести. Я подумала, что такая участь лучше, чем быть расщепленным. Уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Легко вообще. Мы не собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца. Поэтому, если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Выход. Да, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. А мы можем взять эту штуку? И разбить стекло? Нет, нет. Это так не работает, только безумные кубики разбивают стекла. К сожалению, вот и все. У меня нет ничего, и геля у меня тоже нет. Мы останемся здесь навсегда.
вам, наверное, туда напротив. Или наверх. Только наверх мы попасть не можем. А лифт нас куда-нибудь отвезет? Нет. Теперь только один путь. Хорошо, давайте себе тогда сделаем портал где-нибудь. Ну, где-нибудь там. А второй... Наверное, где-то в комнате. Сейчас еще раз посмотрю, что там есть. Ты пропустила Кэролайн. Оу, в этой комнате нельзя создавать порталы. Вот это не к добру. Через это стекло, соответственно, тоже. Мне кажется, что мне нужна та комната, а не перелетать так далеко. Такой веселый дядька. Может быть, я опять не вижу какую-то, не знаю, маленькую щель, через которую можно создать портал. Я уже ищу везде что-то подобное. А! Ну вот ты где. Какой у меня был? У меня был создан голубой, да? Вот она. Да, все предельно просто. Я сначала пойду в одну сторону, потом двери. Все нормально. Отлично, да. И что? У нас опять будет гель сейчас. Нет, на этот раз ты слона не видишь. Но я ее все-таки нашла. Я искала что-то другое, наверное. Если бы на меня работал такой человек, который так долго думает, убил бы. Ну, если ты сам принимаешь на работу людей, то ты наверняка к этому ответственно подходишь. Так что не представляй себе всякие ужасы. Так, идем наверх. Я надеюсь, что она откроется. Нет. И это, наверное, тоже. Ну да, ожидаемо. И в очередной раз нам наверх, только теперь и гели нет. Подождите, есть труба с ним. И вот тут тоже точно есть стекло, и я не могу... Его нужно было создавать, находясь внизу. Да. А для чего мне туда? Просто потому, что я могу туда попасть. Так, у нас там наверху выход. Если повезет, мы долетим сюда. Ну вот, не повезло. К сожалению. Мне бы немножко геля, он нигде не протекает. Нет, так мы точно не долетим. Можно попытаться застрять на трубе, как-то раз это работало. Время обратиться к гравитации. Ну, чем я и занимаюсь. Идем опять наверх. И да, да, наверх. Придется какую-то более сложную цепочку здесь сделать, по-другому мы не долетаем. Я ведь не успею на лету создать там портал. Вообще никак. Его даже не видно.
Ну, вы, наверное, уже поняли, что я хочу сделать. Я хочу спрыгнуть с мостика, попасть вот сюда, вылететь вот оттуда, долететь, наконец, до этой площадки, еще раз вылететь оттуда и пролететь наверх. Вот. Но получается, что пока я вот тут лечу, я из-за стекла не могу создать портал. Да. Давайте тогда пробовать что-то другое. Сейчас. Нам нужно сэкономить один портал и создать здесь оранжевый, например, сразу. Пока будем лететь, может быть, успеем. Нет, ну как же мы не долетаем сюда? Я, наверное, какую-то слишком сложную цепочку сделала. Она неосуществима так просто. Давайте пока полетаем и посмотрим. Ну, мы пока летим, мы точно ничего нигде создать не можем. Стекло там... А что это? Нет, эта дверца нам вообще никак не поможет. Почему эти сложности? Ну, наверное, так, мне кажется, интереснее. Я, может быть, жду здесь какую-то такую загадку очень сложную, которую можно будет решить только если выстроить. О, мы стоим на трубе. Неплохо. Неплохо. Все-таки застряли здесь. Обходиться придется, конечно, без геля. Что-то где-то двигается. Я надеюсь, что это не подо мной сейчас все рушится. И в соседней комнате нигде гель не капал, да? Да мы и вернуться туда уже не можем. Значит, будем обходиться только тем, что у нас здесь есть. Так, я пойду еще раз наверх, просто посмотреть. Внимательно по сторонам. Вдруг я в очередной раз... Ой, чего-то не вижу очевидного. Может, надо было внимательнее посмотреть на ту комнату. Ну ладно. В другой раз посмотрим. Так, тут стекло, 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 стекло. Вот эта вот площадка, она прям создана для того, чтобы с нее прыгать. Совершенно точно нам нужно прыгать отсюда, создавай себе портал под ногами, только откуда вылетать при этом? Если ты не умеешь делать порталы в полете, пройти... Эй, ну это же подсказка, ну, пожалуйста, не нужно подсказывать. Раз ты еще в этой комнате, то загадка для тебя сложная. Ребята, ну, пожалуйста, не подсказывайте. Ну, мне реально теперь придется просто не обращать внимания на чат. Так, я, кстати, пока сохранюсь. Ну, это же грустно. Мне теперь не придется читать. Ну, в смысле, я не буду читать, пока не пройду. А это надолго. Мне бы не хотелось игнорировать чат до конца стрима. Я такие вещи считаю подсказкой, потому что это практически руководство к действию. Что мне нужно делать и на что мне нужно обратить внимание для того, чтобы эту загадку решить. Не стоит давать такие подсказки, пожалуйста. Так. О чем я говорила? У меня там была хитрая цепочка. Давайте мы к ней вернемся и подумаем еще раз. Если мне совершенно точно нужно прыгать с этого мостика, да? И я, когда лечу здесь, я... не достаю никак до панели этой белой под потолком из-за стекла. Но долететь наверх мы можем только оттуда. Тут без вариантов, по-другому вообще, по-моему, никак. То есть хорошо бы в идеале прыгнуть отсюда, попасть в портал и вылететь с той стороны. Было бы замечательно. Беда только в том, что сверху я его не смогу здесь создать. Что мы можем себе накладывать по-другому? Если я создаю один портал здесь, а второй наверху, то я долетаю вот
где-то чуть-чуть дальше трубы, наверное, да, на полу. То есть взять хороший разгон, нырнуть в портал и еще раз по кругу здесь пролететь, это вообще не вариант. Разгон придется брать, скорее всего, с этой площадки. Это не подсказка ввиду недостаточного обладания этим навыком? Ну, не знаю. То есть, ну, понятное дело, что здесь нужно создавать порталы в полете, да. Но я бы потратила значительно больше времени, если бы я рассматривала еще какие-то другие варианты, да. А таким образом мне просто сказали, что да, нужно делать это. И все, я теперь на этом сосредоточилась и буду именно такие варианты рассматривать. А это все-таки получается немножко, ну, не в полной мере мое прохождение. Так. Как мне добраться наверх? Сейчас сядем, попьем и подумаем. Я же не могу себе заготовить там портал заранее. Это было бы самым-самым классным решением, если бы он у меня там оставался. Только тогда я не могу залезть наверх. Вообще никак. Хотя подождите. Нет, мне какая-то безумная мысль в голову пришла. Нужно такие мысли сразу отметать. Мне так тяжело не читать чат, вы себе не представляете. У меня уже какая-то привычка выработалась. Время от времени поглядывать на окно чата. И я уже ничего не могу с этим сделать. Мне просто приходится делать над собой усилия, чтобы сейчас в чат не смотреть. Почему, кстати, здесь такое грязное стеклышко? Вот тут какой оранжевый был, можно с голубым поиграться, что с ним не так. Я еще раз сейчас проверю, точно ли я в полете не успею создать там портал. То есть тут я себе поставлю. Да нет, ну конечно я не смогу. Тут стекло, которое мне не позволит сделать. Если бы я допрыгнула вот туда подальше, вот это уже другое дело. Ой, а если выпрыгивать вот, ну, из этой стенки? То есть, знаете что, если прыгать сверху, вот прям сюда, пока лечу, создать портал здесь, вылететь отсюда, создать еще один вот тут, долететь, и пока лечу, создать еще один там наверху. Ой-ой-ой, наверное, я перемудрила что-то. Ну, давайте пробовать делать хоть что-то, потому что просто стоять и смотреть на все это, ну, как бы смысла нет. Так, ну вы поняли, да, какой у меня план? Пока летим, наверное, даже легче сделать так. Так, и да-да, если бы я была чуть-чуть побыстрее, я бы успела создать еще один голубой вот тут. Это могло бы сработать, будь я порасторопней, конечно. Ну, давайте пробовать. По крайней мере, мне понравилось. Это что-то новенькое. И вот так обходим, чтобы точно его там создать. Голубой или какой мне нужен был? Все, я не успела. Или промахнулась, я даже в него не наступила. Так. Это хотя бы весело. Потому что зацикливаться, стоять на месте мне совсем не понравилось. Ну, идеально. Можно прям даже так себе подготовить почву и... Тогда не придется в полете разворачиваться, да? Ну, почему я не пролетела? Ну, был хороший разгон. Я... В прошлый раз у меня получилось, и я долетела прямо до лестницы. Ну, в чем проблема? Почему мне через раз выходит? Ну, было же все нормально. Хорошо, так, повыше портал сделаем. Так, кажется, чуть-чуть повыше.
Полетели? Да. Ну, немножко неровно. Откуда бы я вылетела? Ну да, опять отсюда. И в полете, по идее, я собиралась вот тут еще один создать, чтобы просто долететь до этого отверстия. Может, в следующий раз получится. Мне этот план кажется лучше, чем все, что у меня было до этого, поэтому я пока еще буду это делать. Может быть, в Ой, что это было? Каким образом я так далеко отлетела? Разгон что, все-таки имеет значение? Вы мне обещали, что нет. У меня чат так несется, то есть я не вижу, что вы мне пишете, но он так несется, что мне становится страшно. Вы, главное, не нервничайте, ладно? Так, прыгаем. Еще один оранжевый. Ну вот. И теперь все плохо на самом деле. Сейчас кого-то начнет тошнить. А, мне ее, кстати, там даже видно. Да, мне даже видно ее. Ну какой смысл это делать, если все, никакого ускорения у нас уже. Вообще-то нужно было голубой ставить. Да. Ой. Так, я не смотрю на чат, не смотрю на чат. Так, я попробую еще раз тоже, что делаю, ладно? Мне нужно точно убедиться, что это не работает. Еще разочек проделаю. Ой, как мы хорошо летим сейчас. Самое время было создать тут оранжевый, а там голубой. И я бы долетела тогда сюда. Да, долетела бы. Но два портала создать на лету — это слишком. Хорошо, делаем другой вариант. Этот не работает. Будем тоже создавать на лету. Примерно там же, только один шаг пропустим. А, или на лету можно. Можно как-то так сделать. Голубой сейчас шлепнем на стенку. Где стенка? Где моя стенка? Я. Вот моя стенка! Да, я промахнулась. Откуда я прилетела? Интересно, я могла долететь до оранжевого портала? Это было бы здорово на самом деле. То есть это уже похоже на решение. Если бы я до оранжевого дотянулась. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это сработало. Я даже не успела сообразить, что у меня произошло, и меня туда забросило. Подождите, по моему плану я должна была создать еще один портал, кажется. Что, нет? Мне этого хватило? А, ну да, я просто попала еще раз в оранжевый. Я не заметила, но я второй раз могла все-таки туда попасть и долетела. Ну вот мы и прошли, отлично. Я могу наконец чат почитать. Ой, я не знаю, мне страшно, если честно, отматывать, потому что там, наверное, был пожар страшный. План капкан почти, но не то. Проще некуда. Да-да-да, там немножко был все-таки пожар. Смотри на нас, ты же хочешь этого. Это очень тяжело не смотреть на чат вообще. Зачем ты нас мучаешь? Тут так все очевидно. Давай еще раз, чтобы закрепить. Я не смогу это повторить. У меня проблемы с попаданием в оранжевый портал вот в этот. Я случайно попала все-таки. Можно сказать, повезло.
Интересно, туда можно было допрыгнуть, если бы повыше... Не, нельзя было. Ну ладно тогда. Все, побежали дальше. И да, я буду продолжать все усложнять, простите, я по-другому не могу. Сколько задержка на стриме, я не знаю, мы можем посчитать. Давайте я сейчас хлопну в ладоши, а вы поставите плюсик в чат после того, как я хлопну в ладоши, хорошо? Раз, два... А, ну вы сами можете посчитать тоже. Когда появится первый плюсик в чате у меня на стриме, вот, и вы тогда скажете, какая задержка. Так, у нас открываются эти двери? Ну, почему? Я же все сделала хорошо. А, нам нужно... Так, это прям как в фильме, знаете, когда нужно обезвредить бомбу, и нужно решить, какой проводочек перерезать, красный или синий, и теперь у нас... Так, нам нужен гель для... А какой из них? Я чувствую себя обезьяной с гранатой. Это я могу так о себе шутить, вам не стоит. Так, смотрите, у нас есть голубой гель, и у нас есть, ну, какой-то оранжевый, я не знаю, чем он отличается на самом деле. Мы сейчас можем поэкспериментировать. Я все-таки за то, чтобы попробовать с голубым. Ничего не происходит, ну как бы он теперь подается наверх, да? Он подается наверх, только нам этого не видно, и, конечно, это нам никак не помогает открыть двери. Хорошо, план Б. Режь зеленый. Оранжевый вкус совсем другой. А, серьезно? Это так работает? Я не ожидала. Я думала, здесь будет что-то сложнее, да. Так. Тра-та-та, Station B, это хорошо. Это рубка контроля. Тут тоже надо обязательно, ну, да. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытания? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Все Вы хотят. Также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Понятно, откуда они набирают. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Да... Так, ладно, давайте думать, куда нам идти, потому что тут, в принципе, у нас уже вот есть наклонная поверхность, они как бы намекают, что нам придется много летать. И мы даже с нее могли бы забраться вот туда, в комнату. Возможно, нам туда и нужно, но мы должны убедиться, подождите. Так, тут ничего не открывается, но это ожидаемо. Ну да, если хорошо разогнаться, мы долетим. Так атмосферно здесь вообще. О, это хорошо. Ну и, конечно же, эти двери. Они открыты? Не может быть! Не может! Я была уверена, что они не откроются. Так, тут ничего интересного. Коробочки, коробочки. Давайте возьмем коробочку. Нет, мы не можем. Нажать что-нибудь, переключить. Тоже нет. Знаете что? На днях мы играли... На днях, буквально вчера, мы играли в зомбоид. Ну, не с фанкой, а просто так. И у меня теперь есть желание обшарить все ящики. То есть мне просто уже хочется подойти и посмотреть, есть ли там консервы.
Не играйте по много в зомбоид. Тут ничего. А, это, конечно, хорошо, что мы сюда зашли, только это, похоже, тоже на тупик. Где выход? Такая унылая обстановочка, я бы на самом деле не хотела бы в таком месте работать. О! Взять билетик. Да, дайте мне номер, дайте мне номер. Понятно, это не работает. Так. Знаете, то, что это в итоге эти двери открывались, нам не дало ничего. Просто мы смогли здесь побродить и насладиться обстановкой. И все. Выхода тут, конечно, не предвидится. Да, я все обошла, и ничего здесь нет. Хотя там можно залезть наверх, наверное. Ой, нет, это не та игра, где можно было бы залезть наверх таким образом. Ну ладно. Хорошо, я забираю свои слова назад о том, что это было слишком легко. Ничего не легко, мы еще не выбрались. Откуда я пришла? Кажется, из той двери. Или нет? Это было так давно. Так, какие у нас варианты? Ну, мы можем оказаться наверху, по идее. Только портал почему-то пониже не создается. Совсем наверху тогда. Я надеюсь, что не упадем, но бояться не стоит. Кто говорил про не упадем? Зато я знаю, что нам нужно делать теперь, чтобы пролететь далеко. Так, нужно просто аккуратно. Я не хочу прямо сейчас разгоняться, я хочу остановиться здесь, да. Да, отлично, именно то, что... Кстати, тут, по идее, мы тоже сможем зайти, да. И тоже можем насладиться обстановкой. Ты сейчас не читаешь? Да, я не знаю, почему я сейчас не читаю, потому что на самом деле это вроде бы не головоломка, а я уже чего-то боюсь, боюсь подсказок, наверное. Поэтому, да, мне стоит обратить внимание на чат. Ты более позднюю секцию прошла в 50-х годах, они набирали... Чемпионов и астронавтов, а через 20 лет уже бомжей. Да. Где-то здесь скрытая пасхалка, наверное. Но вообще не знаю, стоит ли мне подсказывать даже о пасхалках. Если я сама их не нахожу, ну, что поделаешь. Ох, Лоло уже спать идет. Спокойной ночи, пока. Он, наверное, уже убежал. Я запоздала. Желаю спокойной ночи. Читай нас. Хорошо, Нерти, я постараюсь. Пока что мы еще не зашли в какую-то тупиковую ситуацию, где мне нельзя читать чат. Давайте пока просто здесь побегаем и посмотрим, что тут есть. Так, вы говорите про какую-то дверь. Но, наверное, это не лифт. А, вот она, да? Это та пасхалка, о которой вы говорили. Ну, хорошо. Если у вас аллергия на арахис, скажите об этом сразу, поскольку в ходе этого испытания ваша кровь может временно превратиться в арахисовую воду. В случае успеха придется учредить новый вид Нобелевской премии и вручить его нам, так что держитесь. А где мы? Ну тут здорово. И закрыто, к сожалению. Плюс достижение за борт. Ну, кажется, все. Выпрыгнуть я не могу и пойти посмотреть, что там дальше. Ну, выходит, это более ранние камеры, в которых их держали. Прекрасно. Нас ждет небольшой эксперимент по телепортации. Однако он удается не со всеми типами. Средний мужчина на 60% состоит из воды. Мы считаем это нерационально. Если во время следующего теста вы почувствуете небольшую сухость, не переживайте. Мы попробуем снизить эту цифру до 20-30%, используя реактивные двигатели. Если у вас аллергия на арахис, скажите об этом сразу, поскольку в ходе этого испытания ваша кровь может прийти. Я не прослушала, если честно, прервала то, что он говорил. Давайте я вернусь. Прекрасно. Нас ждет небольшой эксперимент по телепортации. Однако он удается не со всеми типами кожи, поэтому запомните, какая кожа ваша. Если она не телепортируется вместе с вами, то потом мы попробуем пришить ее обратно. Кожу попробуем пришить обратно? Они не теряют оптимизма. Мне нужно поучиться. Так, в
Возвращаемся к нашим проблемам. Нам нужно разбегаться и... Помните, я говорила про наклонную панель, с которой мы, по идее, можем долететь. Еще бы прицелиться нормально. А, подождите, а куда мне долетать с нее? Если я тут и так уже везде побывала, куда мне лететь-то? Выход. Выход далековато. Стоп, стоп, стоп. У меня был план, но он заключался в том, чтобы прилететь как раз. Или мне нужно вот туда пониже, в ту комнату. Там же мы еще не были или были. Я уже забыла, где мы побывали. Друзья, все, я запуталась, если честно. Нет, мы там... Нет, там мы не бродили еще точно. Все, все нормально. Пробуем то, что я задумала. Так, теперь нужно под ногами создать себе голубой портал. Я оранжевый сделала не там, где надо. Да. Ну ничего, у нас есть еще попытка. Аккуратненько, 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 вот так. Да так, так будет получше. Все, полетели. Да. Все, мы точно здесь не были, совершенно точно. Слушай, ты хорошо умеешь убивать? Ты не Gladys. Можешь убить эту птицу для меня? Птицу? Подожди, прости меня. Просто убей ее, и мы с тобой будем на счете без обид. Которая ее утащила? А, вот вы где. Да без проблем, сейчас я приду. Она меня ест. Нет, нет, не ешь. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться. Крышка картошки. А ты не обманешь? Ты ударил меня. Что с тобой не так? Подожди-ка, у тебя есть мультиметр? Неважно. Пушки должен быть магний. Кажется, я могу выдать еще на это. Последи за мной, мне нужно поразиться со схемой. Ой-ой-ой. Где мы? Сколько я была без сознания? Долго. Я надеюсь, это не на время. Я там могу портал сделать? Нет? А куда нам идти теперь, ребята? Я что-то... Она меня пугает. У нее какой-то план по порабощению всего мира. Ладно. Тут нам искать больше нечего, да? Да, ничего интересного. Я надеюсь, что это на самом деле не на время, и ничего сейчас такого страшного не произойдет, что у нас есть возможность пока осмотреться и решить, куда мы хотим идти. Так, ну нам точно на выход, только я не придумала, как туда запрыгнуть. Получается, с той же площадки. Пока послушала, да, пока она разговаривала, я просто стояла на месте и слушала, что она мне придумала. Подумаем, как выбраться. Но мы ничего не потеряем, если спрыгнем. И мы, конечно же, не долетим. Давайте сохранимся. Не знаю, нужно ли здесь новое сохранение, или нас все равно будут с этого момента возвращать. Но на всякий случай я сохранюсь. Попробуем пока просто разогнаться побольше. Ой, нет, не отсюда. Конечно же, я не собиралась так делать. Я забыла, что я переместила свой портал. Мы можем на самом деле разогнаться даже 3 раза. Так, даже если повыше. То есть потом переставить портал сюда, пролететь еще дольше, и тогда, может быть, мы сможем так добраться до лифта. Посмотрим. Ну, это похоже на план, даже если он не сработает. Нет. Мне он... нравился. Нет, не нужно было создавать еще один в полете. Я приготовилась создавать вот тут еще. Эй, ну, не надо меня разочаровывать.
Игра, все могло быть чуть-чуть сложнее. Я даже не ожидаю настолько легкого решения, что оно здесь может быть, что со мной не так. Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, а кто? Каролайн, подарочные сертификаты готовы? Как точно, мистер Джонсон? Почему я? Это кто? Да что тут вообще происходит? Прикольно. А, нам нужно выходить. Она у меня так и будет теперь здесь? Я могу даже... Да, то есть она теперь все время со мной так будет летать, ничего себе. Ладно, пойдем за кубиком. Так, кнопка, кубик. Это не кубик. Так. Я была уверена, что это кубик, который я поставлю на кнопку. Да, ведь действительно там была бы квадратная штука. Склеит. Ну, проверяем, как он работает. А, я на нем не могу прыгать. Ребята, он не прыгает. А для чего он тогда вообще нужен? Может быть, он работает как... Клей. Идем еще раз наверх. Посмотрим, как он вообще будет взаимодействовать с кнопкой. Так. Сверху там негде там. Попробуем еще разок. Никак он не взаимодействует с кнопкой, потому что он до нее не долетает банально. Да, чисто у нас тут не будет. А, эта штука, она очень скользкая. То есть мы можем, подождите, мы можем здесь себе сделать дорожку, по которой будем скользить. Так, уже лучше, хорошо. Уже лучше. Но водрузить бы что-то на кнопку все равно. Только кубика я не нашла. Да, точно, мы так скользим. Так, неплохо. Так-то точно долетим. Теперь у меня нет сомнений, но мне кубик нужен. Может быть, наверху. Сейчас посмотрим, куда мы долетим. Вот так. Ой. Так, спокойно, спокойно. Это похоже на обрыв. Ой, наверх теперь, наверх. Да. Зря я переставила портал. Хорошо, идем опять сюда. Сейчас заново все организуем. Я уже знаю, что там надо сделать. Просто я слегка запуталась с порталами. И делать это нужно очень быстро, потому что иначе эта жидкость уже... Побежали, побежали, быстренько, быстренько, пока она там еще... Я не успела, конечно. Так, в другом порядке тогда давайте ставить. Проходим. Вот так, и все. Я как простые вещи уже как-то... Может быть, я устала? Ну, в принципе, да, нам уже скоро стрим заканчивать. Это уж было совсем очевидно, мне стыдно. Ну что? Так, я не верю своим глазам, в чем дело. Какой у меня там... Я портал не создала, что ли? Там оранжевый был, да? Или он пропадает? Да не может быть. О! Не знаю, что я в прошлый раз сделала не так, почему-то не сработало. Как все ты усложняешь, ну, наверное. Я просто по-другому туда не запрыгну.
Ты где? Он не пролазит. Вот это да. Иди сюда. Нам бы теперь домой. Нет, не так. Так, аккуратненько, аккуратненько. Все. Все, понесли кубик. Теперь получается. Да-да-да, отлично. Где наша кнопочка? Ты правда стала? Да, я уже чувствую, что я стала, потому что, ну, я очевидные вещи как бы уже просто не замечаю, как-то не могу мысли в кучу собрать. Все, побежали. Это была очень легкая комната, не знаю. Но я столько просидела на ней. Так. Что вы от меня хотите? Чтобы я прыгнула и в полете достала до этой кнопки? Правда, что ли? А какие у нас есть еще варианты? Это как же надо подпрыгнуть, чтобы туда достать? Нужен очень хороший разгон. Сейчас я подумаю, где мы можем его взять. Раз в этой комнате нам дали этот гель, то, наверное, его нужно использовать для разгона. А может и нет. Но сейчас мне кажется, что тут нет такой возвышенности, которая дала бы нам нужное ускорение. А вот этот гель может дать. Только где бы разогнаться? Придется сейчас в любом случае возвращаться обратно. Все, организовали портал здесь и... Главное, помни, что нам нужно выпрыгивать из него на большой скорости. Можно побежать в обратную сторону, да? Ну, залезть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не торопись. Вот так. Мы сейчас как разгонимся и влетим туда со всей скорости. Да, это должно сработать. Я успела ее нажать? Да. Ну вот, ну хорошо. Ну не полчаса у меня на это ушло. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Так, что у нас тут? Все там будет. Все идет по плану. Отлично. Да, все так запущено. Нужно сильнее нажать на пробел. Серьезно, там в какой-то момент нужно сильнее нажимать на пробел? Нет, не думаю. Не обратила внимания на секретный коридор. Я, наверное, больше думала о том, как мне оттуда выбраться. Да, отличная картинка. Почему поле уничтожения не испепелило картошку? Ну, может, на органическое оно не действует, не знаю. Я вообще не знаю, по какому принципу оно выбирает, что там испепелять, чего нет. Так. У нас есть голубой гель и есть оранжевый. Это отлично. Еще у нас есть две кнопки для подачи. И он просто просочится. А, да, мы можем создать портал прямо под сеткой. Это значит, что мы не можем воспользоваться этим порталом, мы не можем туда пропихнуть кубик, но мы можем точно эти гели через него пропустить. Тогда этот позволит нам скользить. Этот позволит нам прыгать. Спасибо, что напомнили, а то уже поздно, поздняя ночь, и я, конечно, уже могу это позабыть. Мы можем пока просто перебраться на ту сторону, на самом деле. А, нет, не можем. Поэтому тут и сетки. Все было бы слишком просто.
Так. А какой же нам нужен гель для того, чтобы туда добраться? Скользить. А если их смешать? Ребята, у меня тут такая мысль. Я хочу это попробовать. И что тогда случится? Ой. Я не впечатлена, я думала, что будет что-то поинтереснее. Они даже... Или они... Нет, не смешиваются. Ну ладно тогда. Так, а если мы на потолке сделаем, то что? Куда мы это нальем, в воду? Ну, смысла в этом было бы немного. Попробуем, сейчас посмотрим, насколько он далеко полетит. О, далеко. Но нам этого не хватит. Да? Нет, этого не хватает, чтобы долететь. Да, этого стоило ожидать. Ну вот, ну попробовать хотелось. Нёрд, давай, спокойной ночи. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Так. Давайте мы оранжевый попробуем налить вот тут. А, нет, сначала нужно начинать с голубого. Или нет? Да, с голубого. Отлично. Так, теперь пробуем оранжевый налить вот так. Почему на стенку? Нет, 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 я думала, оно вот тут будет. Ну ладно. Так тоже подойдет. Ну так он, по идее, просто перекроет то, что у нас уже есть. Если быстрее убирать портал, то, в принципе, мы можем создать, наверное, такую двойную полосу. Оп, поехали. Знаете, это можно как на скользком полу в магазине где-нибудь так проезжать. Оп. Так, ой, я не успела. В итоге, да, я не успела. Короче, мне не получается создавать то, что я хочу. Я сейчас немножко развлекаюсь, простите. Потому что на самом деле я до конца не понимаю, чего хочу добиться, поэтому пока просто что-нибудь делаю. Так, ну хорошо, мы скользим. Скользим, скользим, скользим и на большой скорости врезаемся в этот столб. Ничего другого в голову сейчас не приходит. Мы можем подпрыгнуть. Вот, можем подпрыгнуть и залезть в какой-то из порталов. То есть, ну, хотя бы попадем на ту сторону. Это уже лучше, чем ничего, правда? Так, сейчас. Нальем себе. Не для скольжения, а для прыгучести. Да, вот так. Я надеюсь, что этого хватит для того, чтобы хотя бы запрыгнуть. Сейчас. Разгон, вы говорите, не нужен, а мне без него... Ну, пожалуйста, ну прыгни нормально. Что это такое? Понятно. Слишком высоко. И мы не допрыгиваем. Я была уверена, что допрыгнуть можно. Нет? Что, вообще никак? Ладно, тогда добавим себе на противоположной стенке тоже его.
чтобы отскочить от стенки. Да, отлично. Будем отскакивать от стенки и прыгать в портал на другой стороне тогда. Уж туда-то, я надеюсь, мы долетим. Опять усложняем? Ну, может быть. Пока что я просто играюсь с тем, что мне дали. Тут перекрасился, что мог, пока додумался, что мог... Спасибо. Вот, ну, на самом деле, такие комментарии людей, которые честно признают, что они долго просидели на какой-то комнате, они меня немножко воодушевляют. То есть, типа, ничего страшного, что я здесь так долго буду сидеть. И не все проходят прям сразу. Я, наверное, не в тот момент отталкиваюсь. Если я буду отталкиваться вот сейчас, тогда я... Да-да-да! Что? Нет, не получилось. Я думала, что я от стенки оттолкнусь, и все будет отлично. А в итоге нет. И до портала я, конечно, не долетаю. Это было бы слишком уж большим везением. Ну, пожалуйста. Еще разок. А почему я смогла долететь на ту же высоту практически, только сбоку? Эй, нет, мне нужно... Мне нужно прям к порталу. Вот мне кажется, что мы почти даже к нему там спиной прикоснулись. Стать ровнее, может быть, получится. Главное, не сползать никуда. Так, оттолкнуться и еще раз. Нет. Не получается. Игра для 12-летних школьников не усложняй. Даже разработчик не знает, что придумать, все настолько сложно. Ну, я не долетаю туда. Мы можем, конечно... Нет, ну, мы пробовали уже просто подпрыгнуть, пробовали. Так, а у них суммируются, интересно, свойства каким-то образом? Нет. Можно было даже не пытаться, это было очевидно. Никто смотреть. Ничего нового, если честно. Я отметила, кажется, все, что здесь есть. Просто я пока еще не все задействовала. Единственное, чего я еще не использовала, это вот эту штуку наверху. Но пока что мне кажется, что она... А, она не в воду, она будет на краю здесь что-то создавать. Ну ладно, давайте. Я теперь даже не знаю, считать ли это подсказкой, потому что, ну, меня вроде бы как заставили осмотреться. И я заговорила о той штуковине, которую я не использую. То есть я вроде бы как сама до этого дошла, но меня к этой мысли подтолкнули. То есть мы пробуем разгоняться, а потом прыгать. Ну, это должно сработать, конечно. Да, да. И поцеловали стенку. Да. А ты что, ее видела? Видела. Ребята, кстати, я ее видела, но я почему-то я решила, что от нее будет пролетать мимо и в воду. И я об этом даже сказала. То есть, если кто-то вдруг будет пересматривать запись, когда мы только зашли в эту комнату и стали осматриваться, я подошла и сказала, что типа оно будет лететь мимо. Я на нее посмотрела, и тогда она и сказала. Я почему-то не увидела, что действительно будет падать на пол. Если бы я это заметила, конечно, я бы намного раньше это использовала. У меня был какой-то хитрый план, как покрасить сначала все оранжевым, всю эту полосу, а потом начать пускать голубой гель отсюда, но очень быстро убрать портал, чтобы покрасилась только половина. То есть у меня была мысль сделать часть дорожки оранжевой, часть голубой, чтобы проскользить, оттолкнуться, но мне не получилось сделать так, как я хотела. То есть я просто не успевала портал переставить и подумала, нет, наверное, это что-то не то, это нереально сделать, и стала копать в другом направлении. Ну, вот так сделать дорожку двух цветов я уже пыталась. Вот. Ну да. Нам опять нужно очень далеко лететь. Но это хорошо, что я сюда прибежала только. Ну вот, все было нормально же. Посмотрим, сможем ли мы здесь пролететь.
Там у нас оранжевый, да? Давайте попробуем. Должно получиться. И... Нет, и ничего не получилось, потому что... А я не знаю, почему на самом деле. Я думала... А, можно повыше. Ну, это хорошо, что можно, только я туда попасть не могу. Могу. Я обманула. Я так хотела сэкономить портал, что... Решила, что его ни в коем случае нельзя трогать, хотя на самом деле-то трогать его можно. Ничего страшного в этом нет. Так. Вот теперь точно получится. Я вам в прошлый раз уже говорила, что должно получиться, но вот получится сейчас. Ну, получилось бы, если бы я не промахнулась. Да. Как можно было промазать здесь? Как? Может, мне просто уже не говорить, что получится? Так. Ну да, вот мы летим, прилетаем. Все нормально. Я попытаюсь ровно разбежаться и попасть таки, хорошо? Так, все, побежали. Нужно прицелиться и попасть в портал. Да, делов-то. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, это было бы слишком сложно. Эта штука называется лифт, а не туалет. Я ничего не делаю, я только взяла. Клянусь, я его знаю. Вот ведь это ее папа. У них, кстати, был тогда еще старенький логотип другой, да? Ну вот, новая комнатка. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы а мне прошлые, да? Со 120 долларами, если баксов. Дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Понятно, 120 будет на выходе. Выход там. Первым делом мы определили, где выход. Это заранее записанные советы. Спасибо, да. Один час на прохождение этой комнаты. Ну, мы тогда просто сохранимся и оставим ее потом на следующий раз. Это очень долго для одной комнаты. Неужели она такая сложная? Выход прям. Может, там можно портал и быстренько туда. Так, ладно, идем. Спасибо за подсказки, если бы они мне еще помогали. Я знаю, что с ними делать, но не могу это правильно применить. Так. И там мы можем создать портал. Отлично. Это меня очень радует. И на этих стенках тоже. Замечательно. Так, куда же нам прыгать? Тут стенка, нам наверх. И тут еще стенки. Почему их так много? Неужели здесь что-то реально сложное будет? Вот вы мне сейчас сказали, что час, и я точно теперь ищу. Кубик. Так. Вот наш кубик. К нему бы запрыгнуть и просто взять его оттуда, да? Потому что его нужно поставить на кнопку. И что тогда произойдет, если мы его поставим на кнопку? Тут что-то начнет двигаться или нет? Но я уже точно вижу, откуда мы будем выходить на финишную прямую. Видите, там есть такая наклонная штука. Может быть, она немножко приподнимется, когда мы нажмем эту кнопку или нет. Я не поняла, что кнопка делает. Но, в общем, мы вот будем лететь через всю комнату в конце. Если начинать с конца думать, интересно, это хорошая идея. Сколько она уже тут? В этой комнате я только зашла, я только осмотрелась. Она не настолько сложно звучит, как обстоятельства. Эта комната или просто похоже. Попробуй все, что. Спасибо. Так, все. Советов не нужно. Я еще даже не осмотрелась. Подождите. Так, у меня, в общем, есть два геля. Скользим и прыгаем. Тут скользить мы не можем, и прыгать не можем, потому что тут сетка.
Зачем нам эти стрелочки с направлением? Я не представляю. Вообще не знаю, что они имеют в виду. Они хотят, чтобы я двигалась в том направлении, прыгала, что ли, с вот этой платформы прыгала и бежала дальше. Но я пока еще туда не могу залезть. Для начала давайте подумаем, как достать кубик, потому что он нам, ну, 100% нужен, нам его надо поставить на кнопку. А еще можем сходить и посмотреть, что там. Так, тут есть какой-то подъемный механизм? Нет. Ну, он в смысле есть, но он тут не очень нужен. Но разгон тут тоже брать особенно негде. То есть, собственно, вот та взлетная полоса, которую нам дали, она нам нужна для того, чтобы разогнаться перед тем, как прыгнуть. Вот тут это будет наш эпичный прыжок. Ну хорошо, ладно. С этим понятно. Теперь хотя бы одна из зон уже ясно, для чего нам нужна. Значит, пока что можно о ней забыть, она пригодится потом. И, возможно, придется прыгать сверху. А может быть и нет. Может, достаточно будет просто с краю разбежаться. Или придется прыгать. Но мы там сохранимся и попробуем разные варианты. Хорошо, так, в первую очередь идем за кубиком. Я уже сказала, что мы пойдем за кубиком, и в итоге я за ним не пошла. Он наверху. И нам тоже нужно забраться наверх. Прыгать. Ну да, разгоняться мы не можем. Там пара стенок внизу. Идем и посмотрим, да? Пойдем осмотримся. Все, пока ничего не предпринимаем, мы просто должны посмотреть, что у нас есть, чтобы ничего важного не упустить. Так. Ой, а с этой стороны? А с этой стороны нельзя создавать. Да, надо же. То есть только там, где покрашено. Ну хорошо. Кубик, кубик. Не уронить бы его в воду еще. Интересно, нам будут давать каждый раз новый, если мы этот куда-то денем? Так, вот он стоит на краю. Оттолкнуться от стенки и запрыгнуть туда, наверное, вообще нереально. То есть, если и прыгать к нему, то только... как-то так. Но знаете, что тут же разбегаться нельзя и прыгать нельзя, тут сетка. Ну ничего. Мы что-нибудь придумаем наверху, там точно порталов не организовать. В общем, наша самая большая задача и самая сложная на данный момент — это раздобыть кубик. Мы можем сделать его прыгучим, да? Можем или не можем? Как бы нам до него достать? Не знаю, подлетит ли настолько высоко этот гель. Пока что просто попробуем там что-то запачкать. Ну, что там у нас происходит? Ничего, все пролетает мимо. Да, все просто мимо летит. А, мы немножко эту стенку покрасили, и все. Хороший был фокус тогда с кубиком, когда мы его намазали гелем, и он стал таким прыгучим. У меня есть какая-то надежда, что он станет прыгучим, и по счастливому стечению обстоятельств просто прыгнет к нам сюда в руки. Но вот это было бы уже слишком легко. И очень непредсказуемо, потому что он может прыгать в разные стороны. Наверное, это не то, что нужно сделать. Вероятнее все-таки, что не кубик нужно доставить к нам, а нас к кубику. А с этим сложнее. Нужен какой-то очень хороший разгон, чтобы из вот такого портала допрыгнуть наверх. Я, например, не представляю, как они это видят. Ну, еще другой вариант. Может быть, вот тут есть... Да, здесь есть какая-то поверхность. Идем посмотрим. Тоже наклонная, по которой, по идее, можно скользить. И еще одна наклонная поверхность, с которой мы можем вот сюда попасть, проскользить и полететь прямо к кубику. Это было бы... Ой, нет, я не то делаю. А хотя, с другой стороны, почему скользить, если я все правильно делала? Правильно, да-да-да, там нужно... прыгать, а не скользить. Прыгать. Да-да-да. Отлично. Так, а теперь нам нужна какая-то возвышенность, с которой мы спрыгнем в портал.
И полетим за кубиком. Возвышенный. Звучит легко. Где бы ее найти только? Ну, точно не здесь. Ну ладно, нет тут возвышенности. Тут вообще где-то на полу можно создавать портал? Или тут только сетка? Давайте поищем. Там мы уже все хорошенько себе намазали, чтобы прыгать. А если там все-таки не прыгать нужно, а скользить? Вот это облом будет. Вероятность около 146%. Что? Картошку ты тоже убьешь. Ничего, у нас есть сохранение, все нормально. Так, прыгать с высоты, наверное, можно было бы. Нет, тоже нельзя. Этот навес прямо на платформочку. Ну, все, тогда я не знаю, как мне туда залезть. То есть разгон пока что вообще не получается взять. А, его можно взять прямо там на месте. Точно, его прямо на месте мы сейчас получим. Я, наверное, допустила ошибку, когда сказала, что мы должны забыть об этой комнате, и все. Не нужно про нее забывать. Мы попытаемся ее использовать не один раз, а несколько. Почему я решила, что каждую зону нужно использовать только один раз? Не знаю, это была глупая идея. А, ну-ка, что мы так сделаем, да. Так, все. Нет, стой, стой. А, ли мы здесь все равно не выпадем, да. Вот, теперь разгоняемся и будем прыгать за кубиком. И мы прыгаем за кубиком. Да, отлично. Так. Не дышим, а то сейчас упадем. Ну, вернуться нам будет, я думаю, очень легко. Нет, стойте. Не так уж легко. Давайте мы себе в нужных местах сначала организуем порталы, чтобы точно все пошло по плану. Так, и мы с кубиком теперь. Все, мы на месте. Теперь давайте идем к кнопке. Я опять пропустила, что произошло. Убираем кубик. А, отлично. А зачем? Подождите, этого не было в моем плане. Видимо, за раз мы туда не долетим, и нам нужна еще промежуточная остановка. Ой-ой-ой, нужно было заранее. Ладно, сейчас все сделаем. Нам нужно намазать ее заранее. Вот так. Я надеюсь, что достаточно. А теперь пошли за кубиком. Да? Ой, я не увидела, или мы ее запачкали, как положено. О, ну... Вообще можно было бы и получше, конечно. Нам этого хватит. Будет обидно, что если в итоге не получится из-за того, что просто я недостаточно. Ой, простите, я собиралась не сюда, вообще-то я хотела вернуться наверх. Да. Да, вот так. Сейчас, я не знаю, под углом получится пустить там или нет, но мы попробуем. Как оно полетит? Нет, оно летит не настолько. Ну, значит, это лучшее, что я могла сделать. Сейчас можем его еще посмещать чуть-чуть. Или не можем. А если под углом поставить? Да, смотрите, будем сейчас ставить под углом. И я думаю, что мы его тогда как-то более качественно покроем. Отлично, да, я придумала. Так. Вот, отлично. Нужно прям с уголочка. Все, и мне не придется беспокоиться о том, что я сделаю это недостаточно хорошо. Почему он не поворачивается? О, вот, повернулся. Ну, еще разок. Все, спасибо. Вот теперь уже достаточно. Теперь я уверена. Все, побежали за кубиком. Что за фейспалмы? Я хочу, чтобы все было красиво. Ну да, теперь совсем другое дело. Ну, у нас почти все готово, кстати. Да, кроме
Ну, кроме одного момента, здесь нужно тоже качественное покрытие сделать. Теперь хорошо. Мне кажется, мы готовы. Да, я же потом смогу там портал сделать. Ну, аккуратно, аккуратненько, аккуратненько. Не торопимся. Ну да. Все, берем разгон. О, смотрите, даже стрелочки совпали. Идеально. Так. Побежали. А тут теперь отталкиваемся. И да, есть. Мы на месте. Мы на месте, друзья. Мы прилетели. Отлично. Нам даже очень. Прости, я тебя не слушала, я слишком рад. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Вы должны нам платить, чудесно. В итоге. Спасибо, спасибо, друзья. А время, ну... Лицейс, ты хочешь сказать, что осталось 10 минут стрима, и мне нет смысла начинать новую комнату никакую, да? Почему ты мне напоминаешь о времени? Ну, давайте хоть посмотрим, что там. Благодарю вас. Нет, Кубл, спрыгивай. Что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 — это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Кэролайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор? Thank you. Not much. Так. Очень атмосферно. Место такое. Ну, судя по всему, нам наверх. Если здесь нет никаких секретных проходиков, где я могла бы что-то интересное обнаружить, тогда нам просто нужно идти наверх. И вот тут тоже точно нечего усложнять. Да? Или мне не сюда? Тут что-то поломалось. Так, ребята. Ну да, вот это, наверное, надолго. Или нет? Если нам наверх, тогда все нормально. Тут же есть проход? А! Все, все нормально, вышли. Все, выдыхаем, вышли, вышли. Чем дальше, тем сильнее твой взгляд пугает. А какой у меня взгляд? О чем он подумает? Что я настолько сосредоточилась на игре, что выгляжу пугающе? Серьезно? Нет. Комар летает. Хорошо, что мы прошли этот кусочек. Видите, мы еще даже не дошли до головоломки. То есть просто какой-то отрезок небольшой прошли. У нас еще есть на это время. Так, стенки, стенки. Вот какая большая комната. Тут прям хочется походить и посмотреть, что у нас есть. Третий гель. Правда, их будет даже больше, их не два. Интересно. Интересно, что он будет позволять, что он будет нам, какие возможности будет нам открывать. Давайте так, потому что я что-то не нашла правильной формулировки для того, что хотела сказать. Нормальный такой взгляд. И снова все прослушала, да, наверное. Привет, Палыч. Ты пришел практически на самый конец стрима. О,
А, открываем сразу все, почему бы нет? Мы знаем, что это то, чего от нас ждут. Я не очень люблю такие моменты, потому что мне кажется, что здесь очень тяжело пробежать. Нужно было остановиться и подождать. Конечно, мы не успели бы пробежать все сразу. Ужас, ужас, ужас. Бедная ее раздавила этим жутким прессом. Зачем я это делаю, если у меня есть порталы? Я ведь могу просто... Почему я забываю о том, что у меня есть портальная пушка? И пытаюсь пробежать, с ума сойти. Я просто все разлила. Кстати, тут вот какой-то новый этот. Так, прыгать не получается, скользить не получается. А для чего он тогда вообще нужен? Ну, пусть мне кто-нибудь расскажет тогда, ну, паренек этот. Или Глэдос, кто-нибудь расскажите, что с этим делать. Вот этот я знаю, да, этот мне нравится. А с этим белым почему-то вообще не. И красный у нас по стенке разлился. Там от него толку немного. И наверху еще белый. Да что же они от меня хотят? Ой. Ну он же ничего не меняет. А могу, интересно, здесь просочиться? Нет. А, могу. Могу. Так, мы что-то нашли. Чат читается, вообще читается, да, но я стараюсь избегать подсказок, поэтому читаю так. Наверное, сейчас не так активно, как обычно. Ничего не поставила портал на черной поверхности. Да. А как вы не считаете это подсказкой? Но вы вынуждаете меня не читать чат. То есть я на самом деле я поставила портал и решила, что все в порядке. Да, белая же поставила портал. Отлично, все нормально, да. А что он еще делает, кроме этого? Я правда ждала от него чего-то, ну, еще. Да. Подсказок не будет. Давайте как-то избегать подсказок все-таки. Пожалуйста. Ну, мы эту комнату и головоломкой особенно не считаем, потому что это знакомство, да, с новой штукой. Тем не менее, выбраться я не знаю. А, ну у нас же тут есть прыгательная. Да, вот. Так что вышли. А тут можем поскользить. Ой-ой-ой. Это я погорячилась. Есть. Ничего себе, вот эта скорость. Это было круто. На самом деле круто. Портал был не индикатор, с тобой тебя предал. Это не подсказки, это спасение зрителя от засыпания. Мы на самом деле уже прощаемся. Все, это уже конец стрима, только почему-то оно на версию не проходит. Как раз вот новая комната, вот тут уже, вероятно, у нас будет какая-то головоломка, потому что как бы нас познакомили с новым гелем, который нам в итоге дальше не дают. А может и нет здесь никакой головоломки, может мы можем просто пройти и все, и ничего не придумать больше. Или не можем. Ну, я там, наверное, просто упаду, да, если сделаю себе портал. Вот, а ниже площадка какая-то. А тут я, наверное, упаду. Только я портал создала не там, где площадка. Я все пытаюсь уже попрощаться с вами, но эта игра, она, конечно, не отпускает так просто. Кого-то подумаешь, какой конец стрима. Да-да, сейчас уже будет конец... Ой, мы упали. Ой, мы так далеко летим. Ужас.
На самом деле конец, да. Мы с этой комнатой будем разбираться уже на следующем стриме. Хорошо, тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Почему меня сохранило? Ну, хорошо, давайте мы проделаем это еще раз, потому что это было очень-очень-очень-очень-очень круто. Все, открываем дверцу. Ой! Да. Нет, я не буду ее брать. Она тебя уже отпустила. Думаем дальше. Она так об этом говорит, как будто бы мы вместе думаем. В этом что-то есть. Но я знаю, что мы туда будем лететь с вот этой наклонной штуки. Раз она здесь есть, это точно мы будем туда прилетать. Но мы будем делать это потом. Мы будем делать это не сейчас. Все, сейчас мы уже спать идем. Мы заканчиваем стримы вовремя. Мы не будем сидеть еще целый час на еще одной комнате, поэтому... Так, нет, я же собиралась выйти в главное меню, да, выйти в главное меню, да, я точно хочу выйти в главное меню, совершенно точно, все, я хочу со всеми попрощаться. Спасибо большое, что пришли ко мне, сидели, сопереживали, кажется, старались все-таки воздерживаться от подсказок. Я сегодня очень мало читала чат, особенно на напряженных местах. Спасибо Рутоню, он сделал сохранение истории в чате, я потом с удовольствием перечитаю завтра отдельно текстовую историю того, что вы мне писали. Там всегда много-много всего интересного находится. А сейчас спокойной ночи. Все, отдыхайте, и мы с вами увидимся, знаете, когда? Я сейчас подумаю. Точнее, я открою календарь, который на данный момент вообще еще пуст, а это значит, что я не составила расписание на следующую неделю. Да. Мы точно еще с Алексом согласуем, в какой день у него и у меня будет возможность провести еще стрим 2 на 2 по Старкрафту. И мы, конечно же, продолжаем проходить Портал 2. И я очень хотела провести на следующей неделе стрим караоке. Но если я смогу все настроить и все сделать как нужно, тогда мы его проведем. Если я не настрою все технические стороны этого дела, и надо что-то сделать с задержкой, как-то решить, как я сделаю более комфортным, что ли, исполнение для всех, кто ко мне в гости приходит на стрим караоке. Вот, я постараюсь настроить и постараюсь провести, но не могу обещать. Вот. А так, скорее всего, завтра мы не увидимся. Наверное, увидимся во вторник, я так думаю. Вот. Я утрясу точно все планы на неделю, и тогда постараюсь оставить расписание в календарике. Вы сможете тогда увидеть. Все, всем спасибо большое, спокойной ночи, друзья, и до встречи. Всем пока.